Бомбер черепашка. Ой, еще раз смотри. Там, короче, Рейден сверху стрелять, здесь босс Рейден. Сейчас я Рейден такой. Да, да, да. Ой, это раз. Да, че, двое, слышь. Она скроет, что, честно, что ли? Да вообще не честно. Ну-ка, быстро один отошел. Не-не-не, сейчас честная драка, короче, я стою не дерусь. Знаешь анекдот про англичан и прям. Англичан и немку. Че, не знаешь, ну-ка, блин. Это для тех, кто понимает. 12 англичан насилуют одну немку. Немка кричала: «Найн, найн!» Трое англичан отошли. Да. Пацаны, я какую-то рептилию завалил. Майль, не тебя. Это черепаха какая-то. Мель, тут половина твоих хостов. Да, слышь, Мель, ты что за игру запустил? Так, ладно. Вообще. Я сдох. Вот факт. Чем мозг протереть? А? Чем мозг протереть? Мозг вот, протирать, да, влажной вот, тряпочкой. Это? Да. А, сейчас, ну блин, сейчас. Слышь, пацаны, мы что там убивать будете? Я, конечно, крутой, да, все я такое. Я ладно, звоню. Без меня, смотрю, никто не справится. Я смотрю, всех в угол заставлю. Микеланджело вступает в бой. Ой, я там. Ой, я уже в черепаху превратил одного. Слышь, собака, иди сюда. Человек или пес? Слышь, пес смердящий. В угол щебет пса смердящего. Смотрите, как подтёр глаза, как вылез. Просто не пускай. Как у Дмитрия Медведева у него глаза были. Ковёр, блино. Лизать, лизать ковёр, лизать ковёр. Я смотрю, в экран уже никто не смотрит, просто рефрешить это. А это что, нормально? Джаглы сами комбятся. Ну, блин, сколько дрочить. Тут запарил, он умрёт сегодня, а вот смотрите, в него молния попала, он в собаку превратился. Давайте сейчас кавабанга, все дружно. Кавабанга! А я не стал. А чё ты не стал? Слышь, ты чё? Ты чё, не с нами, что ли? Нет, давай немножко протру. Сейчас. Торопись, куда тебе торопиться, ты уже умирать пора, сиди, отдыхай на пенсии, крыса старая. Торопиться, торопиться, посиди. Выйди, потерись, потом говори, торопиться. Да он говорит, выйди, вот в Сплендер выйди, потерись, потом пиши, торопиться, торопиться. Сидит там в канализации, отдыхает. Чего? Че это за звуки утробы? О, смотри, реально, ржака. Лошадка, ржака вообще. Что-то я себя потерял, где я, кто видит? Ну там черепаха какая-то. А, во-во-во, вижу, все нашел. Все нормально, я, кажется, всех меньше в это время. Смотри, 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 фекалоид вышел. Слышь, пацаны, он меня рельсы ударил. С рельсы, да. Я сейчас рельсы верну, легко расхреначу, нафиг. Это строитель, ребята, это строитель, смотрите, в касках и с балками. Мы на стройке, с колесами. Это рельсы, это железнодорожник. А зачем ему каска? Ну как зачем? Вдруг рельсы сам себе по голове заедет. Да. Да, такой пригодится. Стрелочник. Стрелочник виноваты будет бьют. Так. Блин, стрелочник. Я помню, вот видите ковбой, сейчас из них солдата Шреддера будет. Вот, видели? О, слышь, ну у тебя и память. Память, я все сюжетные повороты этой игры помню. Не, так. Пацаны, с ним играть неинтересно, я предлагаю его сюжетный поворот. Спойлер, я спойлер даю. Спойлер, да? Вообще. Пиццу-то мне, короче, приготовили, мне две сразу приготовили. Да. Ну, я думаю, вы не обидитесь, и так у вас, сука, вот 121 жизнь. У меня, я не мелочился. 125 на полте не пробиваю. Что там за аксели, нахрен, с Гюльтигер цепями ходит? Не согласен, у меня больше. Подожди, подожди, у нас тут кто быстрее на мэшит кнопку, монета уже. Отойди ты, солдат, туда, не видишь, пацаны, в другую игру уже играют. Вы посмотрите, каков наглец, он дерется еще и монеты кидает одновременно. Ну так, две руки, две кнопки, нормульчик. Так. Слышал, меня пытался кинуть, я его запустил обратно. А, пацаны, баткер шагает. А че их так много-то, я не понял, откуда вылезли? Пацаны, а, баткер, ты... бежим. Тут, кстати, босс будет крокодил Гена, короче, я помню, там как раз в шляпе зеленый, красный. А, шляпе. Да, точняк, кстати. А тут пришли чебурашки-ниндзя. Чебурашко! Надоели уже, толпа прёт и прёт. Чебурашек. Как поезд тащит-то, сука, придурок? Почему на лошадях кто-то бежит? Да это всё безбилетники, да. Пацаны, я тоже сегодня безбилетник. Вот и выкидываем их с поезда, как Angry Birds. Да. Так, вот там Батхёрд, ну дайте мне Батхёрд. Кстати, да, про безбилетников, мне скоро безбилет на суду езжать. Ну, едешь. Ну, едешь.
мы дальше стримить продолжим. Причем без билетика уедешь. Ну да. Билет для слабаков. Ну там это, там Чебурашек-ниндзя не будет. Ну поэтому... Ну там вот только фекология, вот это скрубок. Это самое, по скайпу позвоню, буду продолжать всякую хрень нести. Сейчас, о, сейчас крокодил Гена будет, крокодил Гена. Вон, вон, стоит, смотрите. А, да, вообще. Крокодил Гена. Ты Чебурашку в апельсинах просрал. Да-да-да. Просрал все апельсины. Зонер, бей его, он как раз... Да, вот, смотри, да. Он сейчас раками будет кидаться. Да-да-да. А, фак, он кинул пиво раком. Знаете, что такое пиво с раками? Это клизма вам пиво делают. Пиво с раками. Слышь, пикнул меня долго, ну чё, борзой? Он что-то, по-моему, забылся. Ну ничего, один вопрос поправимый. Лежал, но вопрос решился. Я тебе сейчас пасть на Ленина натяну. Знаешь, такой гранитный бюст такой. Да-да-да. И пусть мучится потом. Так, к сожалению, напряженная ситуация сейчас, короче. Я между нами и монитором вообще палец не суйся, толк ударит. Напряженно приходил Гену бить. Потому что бьет только один из двух. Потому что двое уже, из трех точнее. Двое просто уже пьяные в говно, да. Вообще. Мэш откуда хер знает куда. Отбивай вообще нахрен ножи в него, зарежь его. Слушай, а ножи обратно. Да, о, смотрите, подхерт. Пацаны, я требую автоги, короче, так, оп, нож обратно в башке. Кавабанга! И камбу на 130. Чё пишут? Там все замолчали, а все, замолчали? Все офигевали. Только один говорит, хорошая игра с черепахами. Мы в говно стали играть, что ли, блин? Я не могу. А там много выходит, много зрителей? Я не знаю. Сколько нас человек смотрит? Кто-нибудь напишите, кто видит, сколько нас сколько человек смотрит? Мы с айфона смотрим. Да там, скорее всего, нафиг. Мы никому уже не нужны. Ну, вам не нужны. Мы сами себе нужны. Да, но это... Главное, есть мы у нас, и мы сами. У нас есть черепашки. Народ, да, пишите нам, сколько зрителей, мы с айфона этот чатик смотрим. Да, какой? Кстати, посмотри на айфоне. На плазме у нас вот черепахи. Увы, что это за хуелеты прилетели? Смотрите, хер на пропеллере. Кто эту игру придумал? Какое извращение? Слушай, я ему сейчас пропеллер ставлю туда, у кого-то. О, нет, не буду. Я так подумал, это жестоко. Это не толерантно по отношению к неграм. Почему к неграм? А не знаю, к кому-то по отношению определенно не толерантно. О, все, взорвались. Херолеты. Ребят, мы сейчас играем в игру черепашки. Сейчас мы покажем точки в кадре наших соперников. Да, Just Frame and Boot. Just Frame and Boot, все чинно. Мы играем в черепашек 18 лет. 18 лет, да. Всегда с таком по 3 человека. Мы уже прошли все черепашки на всех уровнях сложности. Выбери весь лут с черепашек, какой только можно. У меня на прыщах уже лица не осталось. Вот, потому что я целый день играю в черепашек. Крайне увлекательно сейчас игра проходит. Человек с цепью. У него, значит, цепь длиной в 37,48 пикселей. 138 пикселей у него длина цепи. 138,74 пикселя. Стартап на цепи у него 16 кадров. Да, как активных кадров 20. Да. Минус на блоке хороших. Че за придурок там указатель расставил? Это не я. Как будто мы не знаем, куда ехать. Кому 60 направлений. Как будто мы 18 лет не в эту версию играем, да? Да, блин, я не знаю. 16 направлений, мы не знаем, куда ехать. Этот херолет уже хер с пропеллером надоел. Слушай, я вообще ночью полетит. Блин, ночью полетит, кому сейчас по улице идти? Давай прекратим меня пугать. С тобой хер на пропеллере будет летать с электричкой. Иди нафиг. Где-то завтра уезжать, если что, нормально. Ну да, ты завтра потрезвеешь, тебе не страшно будет, блин, а я как поеду. Ну оставайся, чё. Оставайся, посмотрим. Правильно, уже посмотрим. О, смотрите, летит нахуй человек-космонавт. Какие там дизайны? Слушай, а фиг ли он это долбится? Долбится? Слушай, а что это же этот? Это же этот, Бакстер Стокман. Кто? Бакстер Стокман. Какой Стокман? Кто это? Это же Крэн. А, бля, это у вас. Точно Крэн, смотри, у него в пузе черня какая-то сидит. Она же разговаривает у него. А, точняк, я помню. Смотри, его штырит, он вообще колбасит под металл башкой трясёт. Чувак танцует, смотри, металл. Под металл. Закайфовал. Ну-ка, надо какой-нибудь жесткий металл врубить. Ла-л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 а-
Металлическая капелла. Что вы сказали, не снять, е-мое? Что у нее из жопы полезло нахрен? Это не из жопы, это рот. Откуда это? Это рот, который на животе. У него рот на животе, из рта на животе. Я ему сейчас этот рот вылечу нахрен. Зашли его. Стоматолог. Давай
кто там с... с дрыном залечить его? Да, Зонер, давай, лечи. А, лечу. Лечу во все поля, пацаны. Да я тут Алан Хиллер. Я лечу всех. А, я бью, кстати, воздух. Сейчас, пацаны, погодите, баф накастую. Да. Подождите, подождите. Вниз вперед, вниз вперед, вниз назад, вниз вперед. Вверх, Б, А. А в фрейм вообще справа, и ну-ка. О, вот получилось. Смотри, джаз фрейма попёр. Да, давайте. Смотри, все. Вот фреймовые ринги, ребята. Долбит, сука, пацаны, не приносят джаглы. Да, я пицца тайм, поговница тайм. Давай, давай, долби, смотрите, я угол зажал, давай. Меня уронили. Дорогие друзья, с вами Эдвард Родинский. Наша передача «В поисках истории». Сегодня мы вспомним, как Екатерину II вот так побили 4 черепашек ниндзя. Что это было? Крен. Да иди ты нахуй. Вот, не мешай передаче. Написано 21 тело, а в чате 24 рыла. Слышь? Это хорошо или плохо? Ну, короче, нормально. Это глюки. Короче, 21 плюс 24, 55 человек. Да. Пацаны, я за 1000 хочу монету идти, что будет? За 1000 что? Монет. Не буду. Каких монет, это убитые враги, нафиг. Да нет, монеты я хотел идти за 1000. Вот смотри, самый сейфовый, у него больше уже не осталось. Ну так я ж зонер. Все понятно. А, ты хочешь идти? Блин, я же понял. Катюня. Давай кто такой скушведер будет, то останешь дорогу. Вот. Говница пауэр. Говница. Суровый рэп, пацан. Давай, выходи. Зонеры. Ай, меня ударили, пацаны. Крыса в спину долбит. Еще никого ловит даже. Там не замутился? А что две кнопки нажимаешь нормально? Ай, меня ударили. Angry Birds опять полетели. Ай, пацан. Что это за видос интересно? Вперед? Слышал. Удот слышал, пидот не. Чё, вот фиколой слышал. Сука, он что, рот лечить пришел, стоматолог сраный. Сбор машины ходит. Ай, меня ударили. Да кончай уже контюни себе набивать. Давай на шведре набьешь. Я хочу до 1000 добить, подожди. Я уже близок. Да сейчас это игра вылет, дай ты буфер оверфлоу. Меня вырубить хотели. Ребят, нам всего досталось. 999, я сделал это. Все, теперь я готов полнить. Смотри, летучая черепашка ниндзя. Нет, у тебя опять что-то влажное, свет моргает. Черт, перепады в электричестве! Просто здесь не выдерживает этого напряжения электричества, да. Поэтому у нас перепады сейчас на плазме. Просто мы настолько эпичны, что даже электричество. Электричество у него как сараки кемпачи в плече, просто свет вырубает. Я тут подумал, пойду поем. Да, у нас здесь семку сэндвичи. Сэндвичи с семками, хавали когда-нибудь? Из Алтайского края прямиком да. Сегодня за местные. Для тех, кто следит за мной, я бегаю вверх-вниз, чтобы меня не сильно пили. Степи-то, смотри, степи-то. А я кого бил, а я хрен. Ну, Доджер вообще себе, Evasion. О, Angry Birds пошли. Ко мне. Говница Пауэр. На. Нет, мне не нравится твоя плата. А, меня сожгли, пацаны. Человек уже сожгли. Да, блин. Вы мне монитор сломали, засранцы. Починил я уже. Я сломаю. Я уже по щитам прикрутил, у тебя лампа перегорела. Кинескопе. Не, а почему у тебя телевизор радует?
Ну, на больше денег не хватает. Да, я понимаю, но почему он черно-белый? Ну, ты посмотрел выпуски киномана и решил повторить эту ностальгию? А, ну да, это естественно. Куда ж без черно-белого-то? Винтажный, винтажный телевизор. Да. Чего сказал? Принуха. Он чувствует себя сиси. Вот а, это из Кэпфу, что ли, Санта-Барбара? Хрена себе чувака в штыре. Да ладно, печальная сиси, это из этой, из Австрии, вы чё? Как меня не перегревало, даже в сиси Кэпфу он чувствует. Бей, Бонни! Бей Шреддера нахуй! Шреддера бей! А чё это за херня летает? Это херня. Пацаны, я сейчас монитор пробью, расскажу, чтобы убить Шреддера. Закройте Шреддера бумажку, он сейчас их сломает нахрен монитор. Да у Шреддера бадхёр там нахрен, он бесится там. Смотри, когда кулаками такое точно подходит. Там же сохраняется трансляция, там на YouTube будет. Самые интересные комментарии. Вопросы зрителей боятся, что задавать не будут. А мы не сейчас посмотрим, может они ставят. Задайте кто-нибудь вопрос. Вопросы задайте, да, не стесняйтесь. Да, нам надо о чём-нибудь говорить. Почему Пейменсу не дали стримить? Так, блин, я ж... Зачем стримить? Я ж спрашивал, надо ли освобождать канал от... Он спрашивал, а я говорил, не надо. Вот мы договорились. Пацаны, вы еще успеете, а вот несколько городов собирается не кажется. Я спрашивал. Ну, тем более такие давние города. Не ответил, если что... Если что, мы готовы всех послать. Да. Не, если... Я готов послать, хорошо. Не, если что, освобождаем канал и все. Освобождаем всех от желания стримить. Мы-то как бы, ребята... Заговор по телефону! Ребят, мы-то без вас как бы не обломаемся! Лечение алкоголизма по скайпу! Нам и так не тихо, блин, если действительно кто-то там... Не, ну если надо, как бы, пускай надо, так надо, пусть стримит. Мы в любом случае не обломаемся, а вот я вот не соглашусь, весело ли там вам будет или нет. Да, пацаны, нам весело. Нам весело, я вчера какой-то придурок на Эмуленде забанил, дал два преда, как бы, я здесь стримит поотрываюсь, как бы. Я здесь угорю, че вы думали? Меня не в окно, так я в дверь. Ой, не в дверь, так в окно, тем более мель на первом этаже живет. Че говорят, че хотят? Че хотят, да, я почитаю чат пока. Так и не отвечаю. Озвучила. Штыряйте эту сволочь к нам. Какую? Не знаю. Это скорее всего про игру, это вот про этого. Пименс отдыхает. Я не знаю, кто такой Пименс, но пусть отдыхает. Отдых нельзя нарушать. Я слышал, да. Кто отдых нарушит, тот спать 3 дня не будет. Да, кстати. О, видите, чувак, правда так что, говорит. Если надо отдыхать. Да, я сейчас не играю, я сейчас смотрю чат, поэтому можете писать, что хотите. Я читаю вслух. Тилик отдыхает. Комментирую. Нинзей. Нинзей, 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 нинзой, нинзай. Больше не знаю ничего по-японски, поэтому со мной соедините. О, нас кто-то приджойнил. Слышь, что за хрень? Что значит, что у нас Джо? О, это значит, что проигрок присоединился к чату. Он стрим пацаны, читает, да? Смотрите, ребуха какая вышла, это Шреддер, ёпта. Народ, пацаны, у нас новая миссия, короче... Подождите, а почему статуя свободы с усами? Беспердел. Беспердел. Специальная встреча Питер-Москва. Пацаны, People хочет, чтобы мы швыряли ниндзей в экран, так что давайте сосредоточимся. А, уже все, ниндзи закончились, облом. Подождите, у Сплинтера Бадхёрд, он уже вообще вылез в экран. Ад! Это а чё Шреддер, он мне не слишком ли высокого роста? Тряпку какую-то бросил. Слушай, я ему сейчас тряпку брошу. Ты отвечаешь за то, что бросил вообще? Ты бросать у себя дома в маму свою будешь, понял? К маме подойди и брось приеду. Тряпку. Я тебе так брошу, я тебе сейчас приеду, вот эту на усатую статую свободу тебе глаз натяну, понял, блядь? Иди нахуй сюда. У нас Бадхёрд, да ты чё, офигел? Да я тебе сейчас приеду, я тебе такую Бадхёрд устрою. У всех тут Бадхёрд, у всех Бадхёрд, ребят, Бадхёрд такое модное слово, дети сейчас так его любят, поэтому мы часто его повторяем для вас, да, дети, а вы это думаете. Бадхёрд, 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 Бадхёрд. Знаете радио из Бадхёрд FM? Двухметровый Шреддер, ну да, блин. Вообще по переросток. Ой, пацаны, я предлагаю укротить Шреддера. Да, зато у него шланг короткий. Да. Он почему так дерется, у него шланг короткий, мы не знали, там предыстория рассказывает. Черепашки-ниндзя, выпуск номер 0. Скорее у Шреддера член короткий, он будет... Чуваки предлагают тут сократить Шреддера. Так а вот мы уже сокращаем. Да, мы тоже сокращаем. Да Шреддер вообще офигел. Мутаген. Блин, ты знаешь, что от мутагена нифига не хорошо. Я жрал мутаген не так давно, вообще ничто. Собаку какой-то так, превратился. Слышь, твоя цитата сейчас. Спрашивают, что происходит. Давай, что описывай. Происходит? Тут шизофрения моя игра. Шизофрения, ад. Черепашки-ниндзя во времени, я еще раз повторюсь, такая игра, что люди из разных городов, из Питера, Москвы, собрались в одном месте. Мы нищеброды, поэтому играем не по интернету, а собрались у Меля дома, приехав с разных городов. Ужрались в говно. Ужрались в такое говнище просто.
Да, расстроение, правильно. Вот, чувак расстроение. В теме. Чувак в теме, да. Настроение. Расстроение. Я еще раз говорю, потому что я, когда расстроение личности имели, я как-то подошел... У тупых, у девочек, короче, эмо такие, знаете, вот у них расстройство, а у нас расстроение. Это вообще офигенно весело и хорошо. Почему так? Я пришел как-то к вам на стрим, там какая-то запись, какой-то жирный мудак сопит. Блин, вообще, хер знает, что говорить, блин. Да ладно, все. Я и как бы думал, надо развеселить вас. Кто-то тут какие-то твиттеры, слышишь? Сейчас я тебя за рекламу забаню нафиг. Я не знаю, как это делать, но по-любому могу. Да тихо, тихо. Ладно, хорошо, давайте помирим. У нас Шреддер же почти умер. Да. Шреддер умер? А, так я мэшнул Шреддера все это время, я чат читал. Все. Можно к нам? Можно, приезжай. Правда? Приезжай. Да, приезжай. Что пишет-то? Звук жвачки нет. Чавк, 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 чавк. Жвачки. Друганы имели его позор. Я тебя сейчас опозорю, я сейчас к тебе приеду, я тебя так опозорю. Я всех сейчас... Так, пацаны, мне позвонить надо, сейчас я приду. Так, ну чё мы сейчас, ребят, мы, наверное, прорвёмся? Заново. Не, ну ладно, если мы там мешаем кому-то, вы говорите, чё. Да, мы-то как бы своё отыграем, мы-то всё равно не обломаемся. У нас ещё пол коробки сэндвичей с семечками. Вина в жопу ешь, жопой пей, точнее. Че, ну всем спасибо. Не, так и не понимают, говорят предъявы какие-то, типа, че мы... Ребят, я на вас в таком виде с пьяным, смотрю сам. С вами были Мели и его два альтер-эго, Мели и Стром. Не, ну че там? Мне так и не ответили, освобождать... Стрим или нет? Нет, ставь новую игру, давай. Я спрашивал у Пеменса, освобождать ли канал. Канал, ребята, освобождаем или что? Нет, запускай другую игру, сейчас все пройдем, пока там человек звонит, пока не мешает освобождать ли канал. Че им втором разу ставить? Дай покачать. Сейчас, на. Да ладно, все. Да ладно, ребят, блин. Только... Я это... Да он просто... Себе. А вы поступаете отвратительно. Пайнул, хватит ломаться-то. Влезли без расписания. Освобождайте уже. Швыряйте ниндзи к нам. Палач 66-6, ниндзи к нам, говорит. Освобождайте? Ну хорошо тогда. Не, мы-то в любом случае не обломаемся без вас, а вот вы без вас. Да ё-моё, были же два канала, оба были свободны, ё-моё, я не понимаю. Ребята, каналы были свободны. Оба канала свободны были. Чего вас смущает? У вас такое не каждый день бывает. Ну, не нравится. А всегда, мы не $100, что всем нравится. Заподхёртил что-то. Кто заподхёртил? А кто подхёртил? Митроша, отлучим от стримов на пару недель. Нюк 73, чтоб подумал. А это кто такой Нюк 73? Это и есть он. Кто? Ну, Нойс. Ну, это вообще, блин. Я это даже читать это приятно не буду. Да, это вообще, блин. Баны, маны. Ну, ничего, как будто открыть стрим, такое тяжелое дело. Ничего, ничего, сейчас ко мне на неделю приедем, мы там стрим запустим. Отлучим, забанят. А банит, банит? Там кто? Банит, да? Самое страшное, это, ребята, бан. Это если забанит, это все. Да. Это очень страшно вообще. Ну, отлучит, ты че? Почему играть перестали? Да чатик читаем. Ребята, играть. Вот, ребят, дайте так. Вот если вы хотите, чтобы мы остались, мы останемся. И будем играть. Если не хотите, ну как бы мы уйдем. Все, без базару нет. Все-таки стрим это для пользователя, а не для админов. 115 раз спрашивали, ответьте ясно. 115 раз спросили, да, надо, нет. Вот кто сейчас скажет, да, да, пишите, да, нет. Да, это чтобы мы остались, нет, чтобы мы ушли. Мы уйдем, как бы не обломаемся. Че пишет, че пишет? Почему, блин? Играйте, хотим. Во, все хотят. Все хотят, все хотят, мы играем. Спасибо. Ребят, спасибо, что вы остались.
Ребята, спасибо всем, кто за нас болел. Мы остаемся. Специально для вас пройдем еще один. Да, подарим вам тонну хорошего настроения. Кто там еще осталось-то, ё-моё? Так. Хотим, хотим, хотим. Все, ребят, спасибо вам. Остаемся. Ну, что поделать? Так, а что я качал? Вот, Спидмен. А что там еще есть много народу? Да, человек спит. Да, человек спит. Ничего себе, спит, это же это венерическое заболевание. Ладно, окей, там надо набрать, отписаться любыми буковками. Окей, left to right, блин, какого фига. Да, о, чекапук. Эта игра у вас уже стримилась? Это, я не помню. У вас, ребят, сейчас эксклюзив будет на каналчике. Вообще. Сейчас, а тут, блин, тут все обломалось нахрен опять. Так, ребят, момент настроим. Мы сейчас, короче, пока я вам что-нибудь расскажу. Анекдоты там расскажу, не знаю. Стихи. Ну просто вам не скучно было эту картинку смотреть, пока мы настраиваемся, что люди в эфире. Сейчас надо только анекдот какой-нибудь вспомнить. А, пацаны, я остаюсь. О, с вами. У нас третий остается всю с нами. Ночь я с вами, я просто. Третий человек с нами, да, так что прекрасно. Так что отлично. Мне сказали, что завтра я свободен. Ты анекдоты знаешь, пока настройки, надо анекдоты рассказывать. Я анекдотов знаю много. Рассказывай, прямо сейчас рассказывай. Жутко пошлых, могу некультурный вообще. Рассказывай пока культурный, начнем с мягкого. Так, начнем с мягкого. Ну давай что-нибудь такое совсем идиотское, банальное. Про что? Давай, тема, про ковбоев давай. Про ковбоев, не, про ковбоев там совсем пошло анекдоты. Ну, кажется, хорошо, я начну с самого бородатого анекдота про ковбоев. Значит, короче, ковбой приезжает, говорит, так, значит, ну, в салун, говорит, слушай, говорит, салун, у тебя же трактир здесь есть, ну, бармен, говорит, да, говорит, есть, я у тебя еще останусь, говорит, ночевать, говорит, ну, хорошо, говорит, только разбуди меня в 6 утра обязательно, говорит, потому что мне нужно затемно успеть в другой город доскакать, базару нет, в 6 утра его, значит, будет, говорит, ну, этот трактирщик, говорит, вставай, короче, езжай, тот садится на лошадь, скачет изо всех сил, чтобы успеть, скачет, реально, вот чуть-чуть от заката остается, доскакивает до города, в который целился, приезжает в этот, в следующий трактир, хочет переночевать, заходит, говорит, слушай, трактирщик, можно я у тебя переночую? Он ему говорит, блин, индейцев не обслуживаем. Он смотрит в зеркало, блин, в темноте не того разбудили. Сурово. Хорошо, твой анекдот. Мой анекдот звучит, как, знаешь, как приговор такой твой анекдот. Это не пизда из текста, это управление. Ну да, да, рассказывай уже. Про ковбоев я помню один хороший, только давай. Из него и мем, и дим делали классический анекдот, да, этот. Два ковбоя встречаются, стоят напротив друг друга на пафосной улице. Один держит уже пистолет на изготовке, другой пафосно стоит. У меня самая быстрая рука на Диком Западе. Второй смотрит на него как на идиота. А я предпочитаю женщин. Короче, этот еще было, короче, анекдот. Два пьяных мужика просто вдрызг идут. Один другому говорит, слушай, в туалет хочу. Говорит, ну подержи, пожалуйста, по-братски, я уже не могу. Тот и сует ему руку, промахивается, сует руку не в ширинку, а в карман. И из нее вытаскивает соленый огурец. Он говорит, брат, извини, я тебя, по-моему, оторвал. А тот говорит, то-то я и чую кровь по ногам, так и хлещет. Так, ну вот, садитесь. Так, мы возвращаемся. Что там пишет People? Ты куда? Вот тебе джойстик, а не телефон. Он чат... Я смотрю, что People. Чатик, на, мель тебе микрофон. Spider-Hair 3. Да, Spider-Man эксклюзив. Такого еще не было на этом канале. А, не было? Да, ну да, окей. Да, садись. Ой, я тёлка играю. О, пацаны, я кем буду? Я не хочу Спайдермена, я тёлкой хочу. А, подожди, как отменить? Не, не хочу Спайдермена, я хочу тёлкой играть. Ай, я не знаю как. Ну все, играю уже Спайдермена. Я не хочу, я тёлкой хотел. Слушай, ну, пацаны, у меня вообще ужасный выбор. Либо педиком, простите, играть, который хоки. Либо вот этим... В трусах. На что играю? А все за... На что играю, ребят? На что мы играем? На деньги мы играем. Это все аркада, блин. Все аркада, да. Это ребят, это NES. Что, не узнали по графике? Это NES. Это NES. NES это NES. Кто не знает, анекдот про киномана. Один раз как-то Виктор Цой в итоге, знаете, этого юного человека, что-то там про киномана. Ну про киноман, ну ладно, про киномана достойно делать. Пацаны, я аквалангист. Я так хотел тёлкой играть, а мне дали этого педика в красных синих трико, блин. Слышь, ты хоть не в трусах, давай тут не будем, а? Ну в трусах ты как бы не разбери, может мужику жарко. Вот сейчас в Москве жарко плюс 30. Да, ну выше в трусах. Тут такая жарища. А вот когда мужик в трико, это уже подозрительно. А чё, тут опять две кнопки?
Нет, 16, Джагл, не забудь, мы с тобой дрочились. А, да, да, это отмазка. Джагл дал. Я за кого я вообще играю? Что это за... За тёлкой. Это ведьма сраная. Тебе когда она не понравится, ты когда проиграешь, выбери другого. Да, да, да. Хорошо, я тёлку возьму. Хорошо. Я тёлку возьму. Я готов даже придурком в синем костюме, лишь бы не в трусах бегать. А я тёлкой хочу. Так вот, подожди. А я тёлку хочу. Ух ты, нихрена себе, жиртрес вылез. Смотри, как я его поймал на вейке. На, на, на. Комбо-брейкер. Так, затихло, затихло. Так, у меня... Тут даже бегать нельзя, прикиньте. Бег для слабаков. Бегают только трусы. Так, ну-ка, иди сюда. Что, сюда, иди. Че там Пипл пишет? Че Пипл-то пишет, да. Слышь, дай давай мне... потом, давай в конце уровня просто читаем, много вопросов накопится, мы на все ответим. Че по фразе говорим? Пишите вопросы, пишите смело. У нас пишите это... любые вообще. У нас все-таки интерактивная игра, не какое-то говно. Знаете, мы с вами рады пообщаться, подарить вам позитива, поэтому пишите вопросы, мы ответим. Мы расскажем. Дарим позитив вам, вы дарите. Смотрите, вам... мужик в трусах лежит. Мужик в трусах. Пацаны, офиглен зеленый. Скорпион, это скорпион. Не, наверху мужик в трусах, прикинь. Мочи его. Скорпион приперся. Мужик в трусах. Слушай, а че мужик в трусах? А че у меня паутина закончилась? Это не Спайдермен. И у меня была паутина тут какая-то. И че пацаны, кто че мешит вообще тут? Сколько о, смотрите, сказать? Веном, это Веном оказался. Вылез нахрен. Это Веном? Да. Ну, Веном... Ой, я его бросил. Мы уже опились тут. Веном, да, мы напились, короче. Поэтому будет водкой. Бля, пацаны, у меня вино закончилось. Представляете? Да у всех закончилось. А я сейчас... Не, у вас не закончилось, у вас еще бутылка. Спайди, главное, написано. Я не удивлен, почему. Или подожди, или мы тут тоже бутылку добили. Мы вторую бутылку уже добили. А, ну все, да, правильно. Сейчас мы еще сходим, ребят, в магаз. Да ладно, уже, в принципе, хватит. Да. Слышь, этот чувак успокаивает наши личности. Ему кажется, что мы захватываем контроль над его телом. Да, и мне приходится сейчас усиливать концентрацию. Так, подождите, чтобы... что стой. Слышите, в него крутилка попала. О, ой. Пацаны, атас. Атас. Да и вот твою мать. Я ливаю, пацаны. Он уж разбух-то как, блин. FF, пацаны, я ливаю. Этот пидорас обосрался. Черт, от него убегать на... А, где он вообще? А как тут паутинкой-то цепляться? Что это вообще такое? Куда он убежал? Что это такое? Я не знаю, он вырос просто до небес и убежал. Ладно, такого не было в комиксах. Я прочитал про этого чувака. О, смотри, слышь, это ж ты. Где кто? В трусах. Да вот он. Йоооо! Нам баба обламывает всё, нам не посмотреть. Ну баба... Да баба, блин, они ещё всё обламывают. Вообще, о, вон он, смотрите, смотрите. Прибежал. Что делать? Ну чё, куда ты убежал? Ты сюда иди. А он убежал. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Он подо мной мост сломал, пацаны. Он игру сломал. Слышь, он игру ломает. О, смотрите, смотрите, когда много бьёт. О, все, иди спать, спать. Пописал и спать. Так, ой, я могу чувака поменять. А где все остальные-то? Не бери тёлку. А, я чилку взял, чику взял. Я чика, пацан. Я хотел тёлкой сыграть. А где вы вообще? А мы немножко... Я мачу, а ты не знаю где. А что, мини... Меня же нет, вот. Я чижу. Да, все. Вот и Бедик в красных штанах. Вертолет. Ой-ой-ой. Печаль. Меня, подожди. Слушай, офигел, так пафосно лазит. А вы висите, давай его шибем, а? Давай его шибем. Мочи его оттуда. Чего написано? Пин. Пин, пи пи пин. Кингпин. А, тут Кингпин живет. А кто такой Кингпин? Там бал в мультике был. Че, вопросы зрителей давайте. Что пишет? Жирный Веном. Вау, женщина с киской. Ну, блин, женщина без киски, это не но женщина. Это мужчина уже. Да. Как говорится, был бы у бабки хер, был бы дед. Именно. Что-то мне нравится, это флаг. Разводите мне тёлку, я тёлку. Не, я тёлка. Я тёлку! Здрасте, посрал. Смотри, хоть. Смотри, как дерется, как дура вообще. Вот все бабы так дерутся, смотри. Зато дамагу сколько. Ну, дамагу, да. Ну, потому что она баба, ей не могли дать мало дамагу. Если бы она была баба-нигер, у нее вообще дамаг с одного удара убивал. Это очень забавно было где-то, сколько, полгода назад какая-то ассоциация нигеров подала в суд на Valve за то, что в Left 4 Dead 2 есть черные зомби. Чё? А, это типа не полит... Типа не политкорректно, да, то есть белых стрелять можно, черных нельзя. А Resident Evil 5 с такой просьбой их нахуй послали. Так и в Valve их тоже на послала. Правильно, а чё, черные не люди, что ли, что они в зомби превратиться не могут? Да. Убер черный. У меня, ребят, вы извините, как бы это просто анекдот, это никого обидеть не хочу, ничего национальность, есть такой анекдот. Есть такая поговорка, незваный гость хуже татарина.
Татари обиделись, скажем, поменяйте поговорку нам обидно. Ну, наши поменяли. Незваный гость лучше татарина. Ай-яй-яй. Что там пишут? Да там опять кто-то возмущается, что мы пейменс не пустили. Пейменс? Мы 300 раз спросили, пустить или остаться. Всем написали остаться. Простите, но пейменс это как пенис звучит. Женщина, пройди вправо, пожалуйста. Кто здесь женщина? Пейменс нормальный чувак, не надо прикалываться. Нет, да, он... А, ну окей. Пейменса мы обидеть не хотели, но вот... Что там сейчас? Стрим был свободный, спросили остаться. Все, ладно, короче. Возмущалки не нравится, можно... У нас сегодня брови. Брови. Сегодня... У кого брови? У меня нет бровей. Сегодня брил. Мы на бровях, да, мы на бровях. Ой, жирного подхватил. Не кажется. Пацаны, бабу в спину ударили. Вы что, бабу в спину не бьют, бабу в спину насилуют. В спину насилуют? Не, ну подходишь сзади, ее за спину берешь и вперед. Сегодня, кстати, Мель играл на печеньке. Да, кстати. Soul Calibur поиграл полраунда, потом понял, что играет на печеньке сечка. Какой-то пат такой, ва, вон лишь в печеньке сидит, играет на стеночке. А, да. Что там за гопник ходит, какой-то в майке, какой-то смотри. Блин, почему там... баба бьет как баба? Баба, наверное. Черт, правильно. Так. Человек трусы. Меня ударили. Супер удары. Слышь, тут что-то удары какие-то есть. О, смотри. А как ты это сделал? А это я удары прыжок нажимаю, например. А почему я когда уже на... О, смотри, у меня хлыст. Слышь, хорош меня мальчик. О, смотрите, я вас бить могу. Я вас затроллил. Мы замочили Спайдермена. А, блин, ё-моё, ты чё? Ай! Возьми эту голову, Саша. Теперь я придурок. Всё, теперь я с бабой не слезу. Теперь я гопа-придурок в розово-синем костюме, и мне даже стыдно. Пацаны в пиджаках ходят. Слышь, что, мажоры, что ли? Мажоры, да. Я сейчас твою мажорную рожу на мажорный барабан натяну. Иди сюда. Ну зато смотрите, когда мы как окружаем, как быстро играем. У тебя нарный звук, пацан, стреляет. Ну, быстро. Вот, смотри. Зоним. Бля, человек прыжок, что ли, сегодня? Так, пацаны, план такой, короче. Баба Танчила будет у нас. Я буду... Вот смотрите, да. Он... Рэндж ДД, а... Трусов, смотрите, трусов. Мужик в трусах опять. О, ну уровень прошли, я самый крутой написан. Видели, я самый крутой. Что это за говнолёт? А, это зелёный гоблин просто. Зелёный гоблин, шмоблин. Чё поржал, главное, чё патроны. Сейчас я ему поржу. Я его догоню, я ему стрелу в глаз засажу, как Легомас. А, я стёлка играю. А я все думал, что Спайдермен. Я уже не играю три, по-моему, хода. Но вот все думаю, короче, что... Эл! Стреляй, короче, во всех. Бей в глаз, не порти шкуру. Слушай, а что они руку так держат, как эти мужики? Они рукодержатели. Знаете, короче, загадку? Красные пятки торчат из грядки. Что это? Ну давай, просвети нас. Краснопяточные грядки торчат. Гениально! А зеленые пятки торчат из грядки. Ну просвети нас. Ложный краснопяточный грядки торчат. А вот зверек бежит, прыгнул в сосну, отскочил, побежал. Опять бежит, прыгнул в сосну, отскочил, убежал. Что за зверек? Знаете? Я затрудняюсь, что там народ Отсосня. Говорит? Там, кстати, что-то про игрок говорил, про его черепах. Да извини, про игрок. Просто я немного не в курсе, про каких именно. Я помню, ты там что-то выкладывал, но у меня как-то до них руки так и не дошли. Пацаны, почему у меня лук из какого-то говна делается? Он достает между ног какое-то говно и делает из него лук, смотрите. Это он из соплей собственных. Человек лук, давай пойдем, а то не всем интересно смотреть, как ты из лука тренируешься стрелять. Да посмотри, какая у меня папа. Слышь, этот фиолетовый шбан меня по репе заехал. Так, вот у меня уже джагл более-менее стабильно получается. Слышь? Спайдермен с рыбой. Спайдермен. Он еще, смотрите, он чат читает. Ты что, у меня жбан? А что там в чате? А в чате что-то, what is this? Что это за стрим, ребят? Это, короче, когда люди играют, можно в интернет транслировать. Короче, еще Пипл говорит, что в черепашку мы играли лучше. Ну, естественно, лучше. Черепашку мы 18 лет играли, а в эту шлакодрянь... Всего-то 16. Да. Да, вообще. Так, короче, продолжаем разговор.
Просто она какая-то по себе игра, какие-то однообразные какие-то уроды, семьи, это... клубники. Это... Блин, игра на аркаде называется Spider-Man The Movie. Да, причем здесь можно выбрать для всех персонажей, чтобы Spider-Man не выбирать. То есть трое будут играть, а Spider-Man нет. Такое возможно. Какие-то гомиков в трусах можно поиграть, короче. Ну просто никто не хочет играть гомиков в трусах. Да, да, да. Все играют гомиков в красных 4 виду. Я в розовых. Я тёлку играю, мне все равно. Да, такой, тебя тёлка бьёт как... Как шелка, да? Как дура вообще. Да читерская вообще. Смотри, как нас звать? Ой, это же ящер, смотрите, ящериц точно ел. Спайди, Бикэт и... Простите, вот третье имя я прочитать не могу. Хуяй! Хуяй! Ребят, давайте, может, всё-таки боссу уделим внимание. Босс, а это кто из них? А чё он такой худой? Вот, видел, я его швырнул, чё он подошёл. Да, чё он такой худой? Так а это босс вообще? Дистрофик какой-то, вообще. Слушай, дистрофик, иди сюда, я тебя... То есть этот дистрофик, типа, такой босс? Слушай, дистрофик, я тебя сейчас... Это он так спрятался? На! На фоне остальных? Да-да-да. Типа он мелкий? Как дистрофик играет в прятки, за нитку чё-то не прятался. Да-да-да. Про дистрофик вообще много хороших анекдотов. Сестра, сестра, принеси мне комара, я с ним бороться буду. Ты еще руки заламываешь, а на тебе, на! Так, ладно. Я мочу бабу. Я бабу мочу. Что ты бабу-то мочишь? А, не знаю, она что-то встала передо мной. Баба, баба должна стоять. Как? Кто ответит, как должна стоять баба? Смотря какая, моя еще передо моей еще ноги встала. Видали, я летаю, видали? Давайте Кавабанга орать, что ли. Кавабанга. Ой, блин, я на башку кирпич упал. Так, ребят, куда-то... Кирпич на башку. Что это идет такое? Кто это придумал? Нелепая хрень. Биг. Че биг? Биг-биг. Биг-биг. Биг, бр. Да ты дампьер, что ли? О, пацаны, я стреляю. Биг, бро. Бро. А, большой брат, ты как передачу снимает, я угадал. Да, биг бразер. Пацаны, я стреляю в ГЖ вообще. А что за ГЖ? Какой ГЖ? Такое одно большое беспробудное ГЖ. Слышь, мне сейчас какая-то хрень на голову упадет. Смотрите, все развалится. Кто-то дирижабль строит, все падает, все отваливается. Все хуй знает чем занимается. Вниз прыгай. Я не могу вниз прыгать. А ты не там прыгаешь, где бы спустись. Вот. Все прекрасно, опа. Что это, посмотрите, с Фомкой притаился, прям как Юрий Никулин в операции. Да, устал такой. А, Big Brother is watching you написано, реально, смотрите. Чувак, ты слезешь сегодня или нет? Вон реально написано, Big Brother is watching you, прикольно. Вообще, на дирижабле написали. Электро. Ой, электро это классная музыка, я знаю, да. Да, вообще. Да ну нафиг, тупая музыка. Я нетолерантная, я поэтому все обсираю, все, что здесь есть. Пилообразная волна. Купи становится идеальной. Давай, мужик, иди сюда. Да он сейчас умрет, я его сейчас не даю. Все, сдох. А я сдох. Блин, ну, черт. Ну, воскресни, там у нас жетонов до жопы. Мы, короче, продали почку Майли, и у нас теперь жетонов просто... Да, ребят, мы играем с реальной аркады, в аркаде в Корее, на самом деле. Просто продали почку белек, чтобы подключить стрим на 5 жетонов. О, вниз надо, в город. Я хочу в город, пустите меня в город. Посмотрите, опа! Опа! Смотрите, ать! Клуб самоубийц, смотрите, оп! Ать! Сегодня у нас клуб самоубийц. Ладно, пойдем, короче, надо разбить, наверное, окно. Не, не надо, тут уже все открыто, ждут нас, короче. Охренел? Кто нам звонит? Слышь, кто тебе звонит? В скайп кто-то лучше. Зерошин звонит. Зерошин? Оля, это зачем? Мы играем. Зерошин? Нолик, мы играем сейчас. Нолик, чё тебе надо? Нолик протрезвел. Тебя не слышно, Нолик. Давайте мы игру показываем. Ну ладно, Нолик, блин, тебя не слышно, и у тебя по-любому робо-войс будет. Робо-войс? Меня зовут Нолик. Ну напиши в чат. Запустили ли тебя игру? Сейчас. Блин, Нолик, пиши в чате, пиши вот сейчас, вот именно в чате. Слушай, точняк. Знаете Нолика? Давай потом, короче. Кто не знает Нолика? Так вот, что-то тут он пишет. Слышь, какой Нолик, чатик? Вот сюда пиши, Нолик, да, ё-моё. А какой адрес? Скажи громко. Мне
мы будем вас просто читать, короче, а отвечать будем в голос. Так что пишите любые вопросы, не стесняйтесь. Да, в общем-то, нам все равно делать нечего. Играем одной рукой и тает жопы, поэтому нормально. Эх, хуйня. Какого фига, да не пашет. Хотя я покупал. Ребята, там Game Over нас убили. Да ладно. Are you fucking kidding me? Да. Нет подключения. Какого фига? Какого фига нет подключения? Нет, выведи сейчас на игру, у нас Game Over нас убили. Кассе, я жутко затупил, блин. Ну ладно, открой, нафиг. Открой. Нафиг. Как у тебя Вай называется? Вай-фай. Блин, он должен по умолчанию к Wi-Fi подключаться. Ну, ладно, придется тогда вот так вот. Скажи мне медленно. Хаос. Кстати, скучная игра, давайте другую, может, поставим. Че, раз уж отрубилась. Да. Какая-то скучная. Действительно. Ну, она, видите, что все, что не случилось, все к лучшему. Вы не будете досматривать, конечно. Ну, короче, все время все подряд. Слушай, тебя не подключается, хаос. Что сделал? Сейчас я посмотрю там. Запусти нам просто игру, да, пока я в жалость играю, выберу вам игру. Вы можете, кстати, напишите, какую игру хотите посмотреть. Да, вот, тема, кстати, реально. Ну, а суть только желательно, чтобы нас было там трое. Ну, хотя бы трое. Помните, что если будет двое, то один будет постоянно засирать чат и спрашивать, что вы хотите. И нести всякую чушь, поэтому лучше трое. А, Battletoads, вот это фан. Battletoads? Давай. Ну, в общем, можно. Нас будет так. Не работает Battletoads. Какого фига она не пашет сейчас? Я не знаю. Давай пока что начнешь. И тут не пашет. Блин, не пашут они. Battletoads зачем-то. Ну что у нас там еще есть? Это аркада, блин, 100 рублей убытка. Она вечно не пашет. Да, давай, запускай что-нибудь. Ну, да там точка Wi-Fi работает, по идее, он должен подключаться. А что там, Alien vs Predator есть, я смотрю? Да, есть. Давай Alien vs Predator поиграем. Ну, давай поиграем. Что там вообще? О, все, завелось, я сейчас пойду в чат. Jetplayer Start. Player Coin. Так, дай микрофон пока что-то расскажем. Пока расскажем еще вам какой-нибудь анекдот. Ну, чтобы вам не скучно было эти настройки смотреть, что это никому не интересно, нормальным людям. Дай мне этот. Это анекдот, короче. Ну, в общем, пацан пришел, короче, к этому. Пацан, ну реально, он на траве уже сидит просто ад. Просто укуренный. Все пробовал. Приходит к этому, ну, к чуваку, где он траву берет, говорит, слушай, говорит, я все пробовал, дай мне самую забористую. Он говорит, на, вот говорит. Нолик, да. Говорит, на, говорит, взял самую забористую траву, говорит, я тебе, говорит, из Колумбии. Он говорит, точно, говорит, за базар отвечаешь, говорит, классная трава. Он говорит, вообще охренительно, шторит просто, говорит, прям из Колумбии привезли, бери. Ну, он платит ему, говорит, слушай, говорит, если меня не вшторит, говорит, пойду заберу у тебя деньги. Он говорит, да базару нету. Платит ему деньги, значит. И идет в этот. Курить. Значит, раскуривает, курит, ничего. Ну, что такое? Сидит в кресле, ну, не торкает. Походил по комнате, ничего. Думает, в окно посмотрю, может, что происходит. Ничего в окне нету, просто раз, желтый диск по небу пролетел, и все, просто ничего не меняется. Бред. Опять желтый диск пролетел по небу, и все, ничего вообще не меняется. Говорит, да что за трава не торкает, что ж такое? Опять желтый диск по небу пролетел, и все, говорит. И что из-за этого желтого диска я столько заплатил? Подходит к маме, говорит, мам, слушай, я сейчас тут схожу к одному человеку. Он говорит, мама говорит, да-да, сынок, сходи прогуляйся, тут ты 3 дня у окна стоишь. Не, мне про наркомана больше всего нравилось, про этот самый. Стоит наркоман, наштырился хорошенько, стоит перед зеркалом. Тычет пальцем. Тут я, и там я. Тут я, и там я. Тут я, и там я. Тут стук в дверь. Кто там? Я. И там я. Еще могу про слона рассказать. Про слона хорошо. Ну, просто в тему. Слон сидит, пельмени крутит, делает пельмени, лепит, все. Весь в муке измазался. Подходит весь белый, уставший к зеркалу. Ну ни хрена себе пельмешка! Короче,
встречаюсь с два друга, говорит, я анекдот знаю новый, какой. Шел медведь по лесу, видит, машина горит. А, знаю, сел, сгорел. Нет, идет дальше себе. Ну, идет дальше, видит, мотоцикл горит. А, знаю, сел, сгорел. Нет, идет дальше. Ну, идет дальше, видит, автобус горит. А, ну теперь точно, в автобус сел, сгорел, знаю. Нет, идет дальше, видит, поезд горит. А, теперь понял, идет дальше, следующий транспорт горит. Опять не угадал. Вернулся к машине, сел, сгорел. Медведь сгорел, был очень забавный. Если кто знает мультики Скул 13, там очень хорошие мультики, реально. Кто не смотрел, всем советую залезть посмотреть. И вот в одном из последних, по-моему, в последнем как раз мультике, там была как раз забавная визуальная импровизация на тему «Медведь, горящая машина и сгорел». Очень такая забавная. А вообще советую всем посмотреть, прям напишите в гугле. Скул 13. И там будут мультики, их там много, кто не в теме, очень советую. Там штук 6, наверное, их вышло в финале. Смотрел, нет? Не, не смотрел. Да ты чё, серьезно? Да я что-то пропустил. Ну, ты даешь, очень хорошие мультики. Дайте мне чат, что ли. У меня чат не загрузился, слышь, мыль. А тогда надо зарегистрироваться и войти. Так да он нет. Не показывает даже. А, ну ты скачай флеш про. Так я тебе и про спрашивал, какая у тебя система. Пока не... Винда 7, 64 С техникой, да. 64-битную винду пока не ищет флеш. Я сейчас вам еще один анекдот расскажу. Ну, вот есть такой, короче, тип анекдотов, типа, вот, да, вот медведь сел в машину, сгорел. Не смешные, но почему-то все ржут. Знаете, там, мужик купил шляпу и стал ее носить. Упала ложка, и давай валяться. Вот, вот такие, короче, анекдоты. Так, ладно, я, в принципе, игру запустил. Все, давай, мы передаем тебе микрофон. Ой, публику мы развлекли, играем чужой против хищника. Чур я хищник. Чур я свой. Жми, у тебя коин на Z. Он играет на всех, а скучок не забывайте. Да, я играю на Z. А у меня на что? Смотрите, у меня кредиты видели, росли. Слушай, я баба. Я сейчас ты баба был. А я где? А меня нет. Давай, жми, я есть. О, я предатор. Ну, раз хищников разобрали, я так. Да, за бабу. Так, я, к сожалению, чат не вижу. Сейчас я это говорю. Город разочарований, смотрите, там какой застава. О, баба стреляет, ништяк. Тебя здесь Нолик спрашивает, знаешь ли ты какие-то матерные словечки на неизвестных языках? Естественно. Ни одного. Что супермагазин. Это? Не, супермагазин, но был один Так, баба стреляет, мне нравится. Я всегда, я все, брал, а ни разу не стреляю, просто жди, смотри. Я инопланетянин. Оверхит, блин, что-то приспичили вот такой удар, я не понимаю. Вот по чужим надо из автомата стрелять, а она все стреляет из этого. А, патроны не бесконечные, вот в чем прикол. У меня оверхит, у меня патроны бесконечные, но оверхит есть. А кто я? А, у меня релоуд, вот, перезаряжается женщина. А ты хищник? Вообще чужие, смотрите, прут просто. Они там срут, что ли. Кстати, классная игра, очень такая интересная. Я тыкаю в экран. Я проходил. Так, а почему они прут с одной стороны? А, там же застава была. Фига себе, баба, выше хищника прыгает. О, зажег свет, смотрите, чужие. Я мне пофиг, как бы стоит стоять. Что это за фекалоид? Я сейчас, по идее, должен завести в чат, я буду... Как я сейчас в чат, блин, ну чё? А чё в честь? А чё там пишут? Сейчас я просто хотел спустить на эту фигню, я почитал параллельно, я всё равно я хищник, меня нельзя убить, если дела, но сам не тут Нолик у тебя спрашивает, кроме своего ника никого? Нет. Нолик, нет, я смотрю, у Нолика язык длинный, смотрю. У Нолика вообще... А кем я играю, ёб да, ты! О, я слышу, пацаны, нас по ящику пока. Ой, ём, блин, я сам себя вижу. Дайте я сам себя послушаю, тихо. А, пацаны, да. Вот нас не всех слышно оказалось, мы свой стрим только что посмотрели. Да, оказывается, вы нас видите с конкретно. Не, прикинь, тащилка меня по телеку показывает. Да, здесь передается. Хороший у тебя микрофон, вас так слышно. Да, кстати. Кстати, мы не того убиваем, вон кого надо убить. О, пацаны, это... смотрите, я летать могу туда-сюда, как мороженое, смотри. Блин, я за какого-то придурка теперь играю. Континью, кто там снова? Да я женщина играю. Я бессмертен, я ж хищник. Я не могу. А я смертен, я ж женщина. Тупая баба. У меня ж банк выронили, слышь, верни мой ж банк. Тут, короче, Нолик, уже нюк с брови на ровном месте обиделись, естественно.
Слышь, я знаю. Еще один анекдот спойл. Была одна девочка тупой пиздой, хотя немного их было. О, пацаны, у меня чат загрузился. Да, yes. Это Alien vs. Predator. Да, кто не знает, все, прекрасная аркадная игра, вижу, замечательная. Все комедии вообще. We are too close. Нет, они, короче, я не знаю, на что они конкретно обиделись, но они предъявы кидают непонятные. Да вы знаете... На то, что мы... Нет, мы не дали Беминсу стримить. Мы когда вошли, там было оба канала пустые. То есть я, во-первых, не понимаю причины, почему ему бы не пойти на альтернативный. И почему бы в чат... Я много раз спрашивал, освобождать ли канал, или мы там мешаем кому-то, или нафиг... Какой эмулятор спрашиваю? Эмулятор мейм какой-то там. Мамка, да, аркадная автомат. Мамка хорошая, да, реально. Я в мамку играл на Killer Instinct, да, очень даже мне понравилось. А баба, катану бери. Кстати, вы чем сражаетесь? Я какой-то... А я пулеметом. Хернёй. Я просто офигенно копье такое, из разряда, я настолько эпичен, что... Всех пофиг, а ещё глазами умею выжигать города. Клеймо на скоте. Клеймо. А не много ли чужих на экране? Офига себе, они все. Да, слышь, меня зашмарали. Я жив. А я с... А, не, я жив. А я с катаной, я, блин, крутой. Катан. Смотри, какая у меня дура. Ну, баба, сейчас. О, гранат. Захотелось погамать в эту каму, блин. Конечно, захотелось. Когда мы захотелось, реально. Когда мы играем, во все игры хочется играть. Да. Короче, заходи на сайт mland.net и... Там есть все эмуляторы, включая аркаду, там можно скачать и эмулятор, и этот ROM, поэтому проблем никаких нет. Просто заходи там... Надо читать фразы, кому они принадлежат. По сюжету, что ли? Да. Ребята, мы экрана-то не видим, не то что фразы. Ты кого бьешь, ё-моё? Я стреляю. Венца выпито столько, короче. Ой, я сейчас хочу катану. Я буду играть сейчас во время игры. Не, он пишет, он говорит во все игры, это знаешь, как тот этот... Что во все игры? Там чел один тоже я знал, да. Одного, хотел устанавливать. Да, и вот это сейчас Нолик хочет играть Нолик во все игры. Ребят, Нолика мы отпустили домой. Нолик уже, да, потому что он буквой говно, да, да, стоит, не стоит. Поэтому вы лучше не читайте, что он пишет. Набузит что-нибудь случайно по пьяну. Не, ну, главное, что Нолик доехал без проблем. Да, это... Нолик, ты доехал или ты по дороге пишешь? Кто тебя знает? Да ладно, он... Он по дороге стрим смотреть не может, значит, это значит, что... Это же Нолик много. Да, кстати, сколько у нас там зрителей? Озвучь, пожалуйста. Не знаю. Ну, 35. Поточнее. О, 35 растет. Человек спрашивает, какой ему качать эмуль. Мама. Sega, Sony, Nintendo. Почему Nintendo? Я не знаю. Nintendo. Весело. Короче, и... знаешь... Весело и вкусно, это Nintendo. Нет, это не Sega, это не Sony, это не Nintendo, это, блин, аркадный Такого автомат. Такого Sega не потянет никогда. Это аркады. Это аркадные автоматы, поэтому искать тебе надо эмулятор аркадных автоматов. Да. На эмуленде это смотри, в разделе аркада. Тихо, Мерт, смотри, трупы разорванные, люди дохлые, куски кишки валяются. Расчлененка, блин, такая-то ее. Это вообще, это надо мне моим сестрам шестилетним показать кусок. Пацаны, я вам скажу так, Crytek 3 там это вообще говно. А Нолик зарегался на файтинг. О, у меня меч. Я его поздравляю. Ну, жопа меч. Где моя катана? Ой, катана, копье. Да, вот, там правильно подсказывают. Маме, да, правильно, вот спасибо человеку. Аркада мейн. Да. Там мы... очень много, кстати, игр такого жанра. Ну, собственно, мейм это и переводится как мульти-аркейд эмулятор. Аркейд машин эмулятор. Да. Ну, вы поняли, короче, что мы имеем в виду. Эмулятор кучи всяких бестолковых аркадных автоматов. Я говорю, я на маме играл. О, смотрите, это херня. Killer Instinct довольно забавно. Не, ну это игра повеселее, чем Spider-Man. Spider-Man вообще УГ. Хорошо, да, что она прекратилась. Ох, смотри, там пафосный мужик из жопы-то как стреляет. Смотрите, телепортация. Батхёрт, у мужика Батхёрт, видели? Слушай, чё всем так весело? Одного мужика Батхёрт. Мужика Батхёрт, реально, смотри. Какой Батхёрт, да, дескольки. Так, ты! Он, видишь, он показал пальцем, говорит, ты! Слышь ты, баба! Уёба! Баба, твое место на кухне. Баба пришла дерево. Что дерево делало на кухне? Батат. Что за батат? Батат — это как пескадёры прыгают. Нет, это у них там
батут, а батат это типа как батхёрт. Это батат, это такой овощ? Батат. Это... Батата только батата, да? Подождите, тут босс какой-то смотрит. Саны, я глазами шмаляю, смотрите, просто как это, как тёлочка с Ленинградки стою, такой пиу-пиу-пиу, все машины останавливаются. Народ, а где босс, кстати? В кого стреляет? Видите энергичку у нас? Где-то босс запрятался, зашкирился. Пацан зашкирился, но не тут-то было заметили. Кого-то убили. Мы кого-то замочили. Вообще еще так эпично показывают. Сорт картофеля. Да сам ты картофель. Батат, сорт картофеля. Да, вот. Картофель. Это мы маленькие были, увидели Льва Толстого в бюсте. Помните нос Льва Толстого? Чел подошел в пятый класс, на нем палец показывает этот нос и говорит, картофель. Жрачка. А ты такой понт был, когда в школу ходил, короче. Ну, стояли экскурсии, конечно, стояли чуваки, шепотом на ухо говорили всякие приколы, меня смешили, я ржал, мне потом, короче, двойки ставили. А, я так делал всегда, всем, короче, всякую хрень нес в уши. Человек по пять сразу ржали, а я такой стою сзади. Да, не при делах. Всем вламывают, а я такой... Ну, сегодня я на тебе отыграюсь. Да ладно, я белочка, мне пофиг. Я прихожу к тем, кто нажрался, а те, кто нажрался, не способны сопротивляться. Так, у меня, смотрите, есть пулемет. Пулемет и не... Ну, мы поняли. Может что-то в Революцию X сыграть, там про говнарей играть? Про говнарей я не хочу играть в игру. Говнари должны умереть. А те, кто не говнари... Да, группа Аэросмита. Шмап. Шмап, а шутер от первого лица. Мы бы еще... Смотрите, конфетки валяются, хочу. Всякие мордобы постримили, но что-то я не знаю, что это. Не, ну можно, конечно... Так, я хочу здесь пулемет, кто-то чужой вылезает, не мешает. А где, кстати, тёлка, которая с чужими разбиралась? Какая-то другая. Это Рипли, но Рипли здесь нет, поскольку... А чё Куросава написано? Да поскольку это курица! А, всё, всё автоматически встало на свои места. Не знаю, Рипли, я... Белочка у кого-то пришла. Не у кого-то, а к кому-то. Я прихожу к кому-то, давайте не обижать тут. Так Белочка это Белиал вообще. Нет, Белочка это я вообще-то. Белиал это демон лжи. А, ну да. Так, чуть-чуть не срубнуть. Ты где огнемет-то взял? Не, пацаны, я буду этой палкой тыкать всех, мне нравится. Опять, смотрите, только. Из них, наверное, сейчас чужие вылезут, смотрите. Да тех прибью. О, реально, смотрите, чужие вылезают. Круто, из людей чужие лезут. Смерть, кровь, расчленение. Да, значит... О, ребят, давайте такую тему. У нас кто-нибудь может вообще, да? Здесь 4 человека, между прочим. Мы все ништяк подняли, прокачали. Вот, пацаны, давайте вспоминать самые жуткие мрачные игры, в которые кто-либо играл вообще, от которых просто кирпичи. Ой, это хорошая просто, да-да-да. Какая самая страшная игра? Давайте, какая самая страшная игра, свои варианты. Для меня вот лично что, Condemned первый был просто адовый, я не знаю, там срал кирпичами. Да нафиг. Амнезия. Амнезия не очень. Знаешь, после Condemned'а мне было не страшно. Там Game Over, кстати, первый год нажми. Да, вот я, вот, наконец-то мне Хищника отдал. А ты тоже теперь Хищник. Кстати, вот я не знаю, страшная, но вот есть такая, короче, игра Silent Hill. Люди что-то впаривают, типа она страшная. Не знаю, меня вообще не проштырило. Вообще я попробовал. Вообще какой-то угад. Ты хочешь по пустому городу, на тебя выходит манекен, который скрипит. Обосраться страшно. Да, это... Страхи страшные. Так что давайте, ребят, ваши страшные игры, какие вы предлагаете? Я много чего не играл, могу еще что из страшного, кроме Condemned назвать. Я, кстати, недавно играл Undyne в Cry of Fear, ничего такая, кстати, игра, но я ее бросил. Как? Cry of Fear, ну это, короче, мод первый, толпы. А, нет, это я не пробовал. Что-то... Я помню, еще была классная баркеровская Undyne, очень забавная, древняя графика, говно, но, блин, там с реальными местами было круто. Кстати, этот еще неплохой этот звонок на Dreamcast. А звонок не играл на Dreamcast, я играл только в эту, в пилу на компе играл. Пила. Слушай, что-то мне не понравилось, мне страшно. Какая-то она не трула. Пилу я только смотрел. Все смотрел части? Да, все. Какая понравилась? Все. Ну, кроме... А я не смотрел, кстати. Кроме второй. Мне больше понравилась первая, четвертая. Вообще, самая любимая первая. Так, ребят, напишите, кто-нибудь хоть что-нибудь. Давайте, ребята, короче. Думаю, что чат у меня завис просто. Дорогие друзья, кто пишет в чате, давайте так. Пишите самые страшные игры, на ваш взгляд, и самую любимую часть пилы. Да, можно просто через запятую название игры, запятая цифра. Да, напишите хоть что-нибудь, у меня, по-моему, чат завис, потому что вообще чисто все висит. Все меня игнорят. Я пока глазами не стреляю. А ты обнови страницу. Да, видимо, надо. Так, что-то зависит отсюда. Так, чужие пруты. У меня чат грустный. Компьютер педальный. Педали медленно будет. Да. О, я смотрю, у тёлки копьё. Штык. А, меня вырубили вообще. Чё в чате пишешь? Блин, ща, и я оттуда сам вышел.
Игры меня не пугают вообще, кто-то написал. Ну, храбрый человек, Определенно. На самом деле, это не совсем правда. Саферинг. Нет, мне, я боялся первого еретика, когда мне только комп купили. Вот это было страшно. Еретик меня всегда пугал, я тоже в детстве немножко поиграл. Народ Саферинг вспоминает. Говорит, Саферинг страшной атмосферой. Ну, в общем, атмосфера неплохая в Саферинге была, но в остальном мне не понравилось. Ну, тут ни о чем немножко. Ну, там забавные были мужики с этими, с шприцами вместо глаз. Но в остальном не знаю. Спомлю Arena Resurrection PSX, это нолик опять что-то выеживается. Кстати, очень страшный Alien vs Predator новый, вот это действительно страшная игра. Игра? Да, когда за человека играешь, вышел. А, кстати, да, очень страшная во всех игра. Только я тебе скажу, в мультиплеере эта игра за человека совсем не страшная. Не знаю, я Вова поиграл только в старую версию, которая там 2000 какого-то года. Вот там было реально за человека ад просто. А сейчас вообще вышел. Да, сейчас, кстати, вот... короче, есть такая локация, типа рейв, врубается жесткое техно, да-да-да, стробоскоп, и вы не чужие на тебя бегут падать. Это вообще так жидкаря можно надавать. Надо играть с хорошей графикой и на плазме обязательно. Quake, да? Quake 2, когда несостательный был, не ставит угала. Не знаю. Quake 2, я когда играл, я там просто ходил. Это выглядело так, я приходил. Уграл я не на своем компе, я приходил, просто рубал Quake 2, там, долбил. Проходил кучу, потом уходил домой с жуткими воспоминаниями радости, дикого, лютого бешенства. Splatterhouse, кстати, 3. Помнишь, Splatterhouse, блин, я не поиграл, ребята. Но она не особо страшная, да, такая жестковатая. Но она жесткая. Там только сам вот именно сюжет напряженный. Да, напряженный. А еще, кстати, меня Dead Space 1 пугал. Вот в Dead Space все хорошо, все заебись, но мне не нравится. Я не могу сказать, почему мне не нравится игра. Все заебись, мне не до чего. Clock Tower, да, вот Clock Tower тема. Я, кстати, так не поиграл, но я видел, кустами клевая вещь. Даже на SNES страшно, это о многом говорит. Alien Resurrection, говорят, самое страшное. Ну не знаю, ребят, в Alien Resurrection... Кстати, а вышли новый Alien, это Colony Marines или как называется? А, по-моему, вышли. То ли вышли, то ли должен быть, блин. Кто знает, ребят, Марины вышли или нет? Colonial Marines, по-моему, да? Да. Потом, что там еще страшного? Кстати, недавно вышел какая-то индюшня. Dead Space, говорит, пугал, обичи. Вот реально, говорю, вот людей пугают. Не знаю, меня Dead Space вообще не штырил. Я вообще ничего плохого про Dead Space не могу сказать. Заебись, игра, но мне неинтересно. Ну, я не знаю, почему. Это так бывает. Я оценил. На самом деле. О, смотрите, это же королева. Это матка. А она на яйце сидит. Удар в матку. Нет, яйцо из этой штуки, короче, вы откладываете яйца. Она же не отрывается во втором фильме. Хотя, да-да-да. Она должна оторваться, короче, и дальше мочить. Блин, я прям долго. А у меня пушка, сейчас я ее расстреляю. Еще какие-то страшные игры. Ребят, вы что-то как по-детски. Какой же новый-то вышел, короче? Помнишь, это инди-игра-то 2D? Какая? Я забыл. Lone Survivor? Lone Survivor, да, крутая. Но, короче, да, концовки забавные. Так толковые нету. Я-то, к сожалению, немного ее прошел. Не, реально страшная игра, атмосферная. Очень атмосферная, очень страшная, несмотря на то, что 2D. И концовка вообще непонятна. Две концовки в игре, и оба никакой ясности не вносят. Реально, психодел выдержали до конца, не объяснили, в чем прикол. Не, психодел это хорошо, я одобряю. Так, я опять по чат завис, ребят. Кривее никто больше ничего не пишет. Напиши что-нибудь, пожалуйста, если ой, сейчас я войду сам. Сейчас Мель войдет сам. А, давай, Мель, войти будем, да. О, не-не-не, работай. Да, все пишет пока. Alien Trilogy. Alien Trilogy? Это на PS1? Это вообще чё? Ой, у меня телефон это у меня с таким хохотом смс-ка пришла. Чё ещё страшно? Ребят, кто играл в Сирену? Скажите, пожалуйста, а? Я хочу себе Сирену купить, которая для PS3. Кто-нибудь играл? Нет, вообще, насколько это жестко. Говорят, просто адищи и кирпичи выливаются сильнее, чем во всех вообще. Ой, Сирена. Я вспомнил классную игру. Сирен Blood Curse называется. Короче, я вот не знаю, Сирена, Коллинг на приставке Wii. Такая страшная игра. Там монстры не особо страшно, но само ожидание их это вообще. Короче, ходишь в пустой школе, ночью темно, где на мобильный звонит баба, ты поднимаешь, как бы вимоутом. Смотрите. Да, вимоутом поднимаешь, и там говорят, я на втором этаже иду за тобой, я уже на третьем. Все, на четвертом по коридору иду, и баба такая жирная на тебя как выскакивает. Выскакивает. Да, да, просто кирпичи. Да нет, это комментарий был. Зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы. А что значит зы-зы-зы? Не знаю, что значит. Это PS, типа, самый большой PS? Зы-зы-зы. Это мне было лень... У меня пулемет. Менять дашь. Пулемет и не...
Ой, смотрите, это же старого фильма, помните, херня такая была? Да-да-да, тёлочка в ней ходила, карала этого, я помню. А мы за дерево спрятались, ага. Типа не заметили, вот такой здоровый лоб, мужик широченный, и тёлку спрятались за дерево, никто не заметил. Спрятались, строфики. Строфики, а чё нет? Да. О, смотрите, людей надо убивать, круто. Бладкёрс, вроде называется. Чего? Бладкёрс? Это когда что-то неприятно тебе в интернете написали. Бладкёрс, ну сирена, да? Я вот о ней как раз и говорю. Сирен Бладкёрс, вот я хочу купить себе попробовать. Говорят, жесть просто такая вообще. Страшно, да? Кирпичи просто откладываешь там пачками. Ну стоп, че? На PS2, как это? На PS2 много было. На PS2 как раз сирена была предыдущая. Я уже это что-то про фотографию. Про фотографию была, да, еще. Не помню, как называется. Говорят, очень клево. Не, я играл даже, да, прикольно, прикольно. Не помню, как она называется. Блин. Zero что-то или нет. Не помню. Ну я тоже не помню, не суть важно. Фотография. Где призрак? Да-да-да, вот это, где призрак фотографирует, правильно, народ кто-то тоже смотрит. Да, 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 да. Она страшная, вот я не помню, как это называется. Смотри, народ ножи пачками теряет. Только зачем нам ножи, у меня автомат? Да, вообще. Уже давно другое. То есть эти детсадовцы на нас с ножами бегают. Не знаю, я хожу копьями всех тыкаю, не копьями. Дементил на говнодиес. Дементил на копьях. Говнодиес. А Пенумбра страшная, что-то хвалят? Пенумбра... Пенумбра, говорят, атмосферная. Да, так, она атмосферная. Я хочу, чтобы... Я на самом деле там в первой части умудрялся геркой собак в открытую бить и все. Как вы могли забыть, конечно, этот самый. Первая часть, по крайней мере, игры мне очень нравилась. Это Call of Cthulhu. Особенно вот первая половина. Хвалят, не играл, хвалят, но где без оружия ходишь просто, особенно подземка, ребят. Вот просто ради подземки, там, когда идешь по подземелью, там вот ради этого момента. Я так кирпичи отсирал, вы себе не представляете. Подземки, знаете, короче, у вас такое бывало, что типа, короче... Равенхольм, да, забавная тема, тут народ Равенхольм вспомнил, мне тоже нравился. Ну, я не могу сказать, что он был страшный, но он клёвый, он приятный, красивый, как надо, атмосферненький. Мне, я говорю, чем понравился про Фир, он понравился, короче, Стокгольм, там, типа, в Стокгольме ходишь, вообще один в этом перенаде. Фир, вообще, он шлак. Нет, не Фир, Край оф Фир. А, Край. Вообще Стокгольм один в один. Я вот там когда жил, короче, вообще просто. Я прям передали все. Стокгольм проездом был, но город хороший. Мне вообще, да, город хороший, точно так в игре передали. Я вот только из-за этого играл. Но она, конечно, баговая, я из-за этого просто, потому что багов не могу. Кто еще что страшного вспомнит? Давайте, ребят, мало еще перечислить, даже я еще, наверное, могу что-то вспомнить. А, там игра такая была, ну она такая начинающая, Resident Evil называется. Resident Evil 3, кстати, мой самый любимый, потому что город мёртвый, просто так точно передали. Так атмосферу. Я прошёл еще... играл, честно. Я, короче, в Resident Evil сел играть в час ночи и закончил в 3 часа дня. Ух ты. Да, и, короче, я не мог оторваться, и после этого мне просто с людьми общаться хотелось, там, тусоваться, по клубам шататься, короче. Реально, вот так мне атмосфера затянула эта игрушка. Третьего рейса. Не знаю, я играл только в Ревел, ну так, более-менее серьезно, пятый, но там я играл с девочкой, и сами понимаете, зачем я в него играл. Ну, беспонтово, да. Ну, беспонтово, пятый, конечно. Пятый прокатный шутер. Управление меня убило, когда я такой, о, снайпа, ну наконец, нормальное оружие, беру снайпу, а из нее нельзя фастшутом стрелять, вот контрстрайкеры меня поймут, просто фастзум не работает. То есть он, знаете как, вот вы нацелитесь, да, делаете фастзум, он его централит, то есть он фастзум сбивает при прицеле и мажет просто тупо мимо. Так, да, тут чат завис тем временем. Блин, у меня что-то чат зависает, ребят, вы вот, меня извините. Причем здесь на обоих ноутбуках, вот на компе у меня все в порядке, на обоих ноутбуках чат виснет. Да, вы извините, правда, я, к сожалению, не буду обновлять. Я вообще чат не читаю, как бы я так комментирую. Я читаю чат, но мне ну вот да, зависает. Вот у нас есть чат чтецы. Да, белочка читает чат, поэтому... Во-во-во. Так, еще раз, кто есть кто на Fightings.ru? Меня нет на Fightings.ru, я просто белочка, ребят. Ну, знаете, приходит такая, когда совсем хорошо или плохо, ну кому как. Да. Мы сегодня анонимс. Кеш может переполниться. Да, да, такое может быть, но вот мы обновляемся, короче, и поэтому читаем. Я, ну, понимаешь, у меня вот это чисто на... с ноутбуком. Не знаю, я думаю, браузер попробовать поменять. Такая же беда. Опера. Может плохо работать на прототипах? Смотрите, там охотник какой стал. У тебя опера прототип, кстати, или полноценная? У меня полноценная. Странно. Мы сегодня уже тихо Soul Calibur угорели. Я бы сказал, сколько кого, да. Но, блин... Нолик, я... жалко, что ты ушел, иначе бы играли бы тут в Никетсу. Да, вообще было бы весело. Да.
Не, я снова посвящу. Ну вот я надеюсь, у меня тоже, кстати, без проблем чаты все читают. Я смотрел стримы, вообще чат не зависал. Не знаю, в чем здесь дело. Но буду стараться. Старайтесь что-нибудь регулярно писать, если у меня не будет. Да, мы отвечаем с удовольствием, общаемся. Конечно, нам как бы больше заняться нечем. Игра. Давай, слушай, а страшные фильмы, кто вспомнит самый страшный? Страшные фильмы? Не, ну, ребят. Репортаж. Вот это просто. О, кстати, да, не, вот это же. Спасибо тебе за этот фильм, это не реально. Не знаю, по-моему, трэш. Это вот просто, я от страху и штанов выпрыгивал. Нет, вот. А по-моему, трэш, ребят. Не, на самом деле, вот чисто вот этот вот эффект, что снимаются с видом из глаз. Это избитый эффект, но как он применен нет, просто. И причем еще, знаешь, снимают не про каких-то там супер героев, а про да, вот экзорцист реально страшная вещица. А еще вот мне подсказали это. Так третий репортаж уже вышел. Третий? Да, он пока в кинотеатрах скоро будет DVD. Да, да, круто! Да. Я второй, кстати, так и не посмотрел. Посмотрим. Второй вообще там крутой, потом... мистику ушел. А, да, там и уже страшно, мистики. Что я могу тоже вспомнить хорошего. Я, короче, когда девочек приглашаю, говорю, самое страшное кино, «Укси домой». Знаете, они там говорят, «Зеркала» мне какая-то одна там сказала. Еще а, «Зеркала» хороший фильм, красивый. Я им ставлю, приятный. Короче, репортаж и все, вопрос исчерпан. Не, репортаж фигня, так, что там? Зато, когда страшно, они живут. Паранормальный первый счет. Паранормальное явление, это для тех, кому нравится Silent Hill, скажем так. Да, вот, по-моему, тоже. Если вам нравится бояться тряпки белой, то извините. Плюсу, вот реально. И страшно, в чей еще могу вспомнить. Кто смотрел «Буря столетия», блин. Это просто одище. Смотришь фильм, он длиннющий, как не знаю, что, но реально стрёмно. «Зеркала» ничего, «Догон». Мне не понравилось. «Догон» в пень, не знаю, ребят, затянутый, реально затянутый. А вам «Слэшер» нравится? Типа «Хостел», он говорит, «Хостел» типа страшно, но я вообще ничего не понимаю. Нет, «Слэшер» это не страшно, да. «Слэшер» можно посмотреть, поржать. Кстати, «Слэшера» всем посоветую посмотреть. А я считал, что «Слэшер» это же... «Бойные каникулы». А «Слэшер», да, там два есть. Нет, фильм, мне а казалось, это типа... Слэшер это название фильма или что? Нет, блин, это жанр, типа, где крошево. А я думал, это жанр игр. А игр тоже слэшер. Игр тоже, но это другое немножко. Самый лучший слэшер из игр это Devil May Cry. Да, это четверка особенно такая. Ну, мне третий. Мне Годовар понравился. Годовар тоже не понравился. Мне на самом деле Годовар хорош, да. Дофига слэшеров нравится. Мне больше, конечно, это нравится. Ребята, я ветеран руны. Кто знает, что это такое, можете плюсануть все дела, потому что я рунист. Я играл 2 года в руну на профессиональном. Байонета, не знаю, я посмотрел шлак какой-то. А что-то хвалят, я еще не добрался. Или кто-то хвалит, или говорит шлак. Средний не тоже. Чего ветеран? Руна, бой. Чувак знает руну. Вот. Руна это для мужиков игра. Играл 2 года, в РФе состою до сих пор. Все как положено. Руна, блин, это реально для мужиков игра. Она жесткая, она простая, как бы до ужаса. Но если ты заходишь вот просто так с бодуна поиграть, тебя так крошит, ты думаешь, да ё-моё, да две кнопки в игре, левая кнопка мыши, правая. Ну, ты чё, без мультиплеера не тру играть, человек без мультиплеера играл, меня убили. Без мультиплеера играл. Я вот с мультиком долбился, там, года полтора-два я долбился, клёво было вообще. Если кто играл в руну, всем привет. Потому что реально, блин, ну игра классная, очень простая внешне, но на самом деле сложно. Я помню, первые 2 месяца я просто никого не мог задолбить. Ну, болит, начинает, да. Надо бы венцом проплачу. Венцо, вот стаканчики там стоят дальние, вот это мой. Кстати, а вам нравится фильм 28 дней спустя? Да. Мне вот, кстати, офигенный саунд. Который... Именно дней, а потом вот продолжение еще было, продолжение говно. Продолжение говно. Мне нравится 28 дней спустя первая половина, когда стал один мужик мочить толпу солдат, это конечно. Да, это уже мне трэш. Не, на самом деле мне нравится фильм «Я легенда». Вот это вот, про он, мне кажется, репортаж нравится. Расскажите. Круто. Репортаж это... Ребят, о нем не надо рассказывать, его надо смотреть. Да. Просто качайте и да, смотрите. Врубайте свет. В общем-то, фильм неплохой. Не могу сказать, что сильно страшно, но фильм страшный. Неплохой. Не, вот, не очень. На самом деле, вот для кого как. Вот мне именно вот эта вот съемка из... Атмосфера дома этот европейский. Не знаю, да, ребят, вот по-моему, вот если вы хотите смотреть из камеры, «Ведьмы в Блэр», посмотрите. Не, ни хрена, вообще не страшно. Я смотрел. Ну, он уже забавно дурка. А я на самом деле «Ведьмы в Блэр» не смотрел. Мы с девочкой смотрели, ну, надо... поржали под конец. Глянуть, тогда отвечу. Так, что тут еще народ пишет? Мне пока чат не завис, как ни странно. Ну, вообще, вроде бы. Мистика! Сколько народу там? 36.
нормально. Я «Легенда», книжка отличная. Книжку не читал, только фильм. Книжку я читал, там круто закончили. Знаете, в чем суть книжки, я расскажу? Почему фильм называется «Я легенда», кто-нибудь знает? Нет, кстати, вот меня всегда этот вопрос интересовал. А в фильме не показали, почему там люди превратились в этих тварей, и он для них, этот человек, стал легендой, как для нас легенды вампиры, которые ночью людей похищают, а он зомби похищал днем и ставил эксперименты, и он был легендой, и в конце его зомби поймали и сожгли, как жгли вампиров. Клево, слушай, ты нам спойлер, конечно, устроил, но, блин, реально интересно, спасибо тебе за это. Вот, поэтому как Севен, вот... хоть не ужасник. Да, я смотрел, ты знаешь, честно, мне Севен не понравился, уважаемый товарищ Прости, 988 года рождения. Фильм вот, неплохой, по сути, да, но вот что-то вот не хватило мне, не знаю, вот, вот не пробрало. Хороший фильм, ничего не могу сказать, но вот... хорош меня бить, слышишь, ну чё? Это враг вообще. Они хищники напали. Ты вообще старт. Да меня забили рожу. Вот этот враг, который не враг у тебя. Да, это хищники на нас напали. Блин, надо выпить, ребят. Рик подобен грому. Дайте белке рому. Так, чего? Ты можешь пока налить лица? Страшное, страшное. Так, стоп, куда я чё поделал вообще? Я чё-то потерял. Зелёный слоник. Лично отличный фильм, я очень люблю. Реально очень люблю. А мне ремейк не понравился. Кстати, Панично есть хорошая игра довольно. Если кому интересно, довольно забавная игра. До сих пор помню момент, я там нахожу какого-то чувака, он говорит, слышь, блин, жопа какая-то, пойдем с тобой. Говорю, пойдем. Мы идем, сколько еще одного. А тот такой закрывает, говорит, не-не-не, пацаны, я вам не верю, вы типа эти самые. Так, сейчас я тогда. Да, найдите вакцину. Мы идем, ищем вакцину, так и приходим к нему, говорит, ну все, без проблем, он говорит, колитесь при мне, я буду смотреть. Я такой, да без проблем, колюсь, все нормально. Чувак колется, и на меня набрасывается. Блин, я чуть кучу кирпичей просто на монитор не высрал. Так страшно было, зараза, когда он бросился. Причем я-то думал, нормальный чувак, все, а он зараза. Ну, быстренько его огнеметом уж мякали, но игра клевая реально, мне очень понравилась. Так, мыло сдох. Так, Мель куда-то ушел. Мель куда-то ушел, ему телефон звонит. Мель, телефон! Извините. На альтере скукота и косты. Так. Что такое альтер? Альтер, наверное, альтернативный. А, на альтернативном. Именно на альтернативном канале бьет скукота, и нам еще будет уходите. Ладно. А, вообще офигели сейчас. Вот и все. А кто там будет возбухать, вот это покажи, чтобы не возбухали. Ой, забавно, смотри, я под себя как Нео могу срать. Насри ему на голову. А, все, он сдох. Жизнь какой-то. Факультет. Факультет неплохой. Хороший фильм, да, мне понравился «Факультет». Согласен, да. Молодец, чувак. Добротный. «Факультет» вспомнил хорошее кино. Ну, не знаю, для меня самый классный фильм до сих пор «Сияние». Я его обожаю просто. Что напомни? «Сияние»? Ты что, не помнишь? Где мужик приезжает зимой в дом его стеречь. Там не дом, гостиницу стеречь. Ну, писатель. С семьей. Ну, ты по чё? Кингу, по Кингу же, да? Да, ты что вообще? Слушай, смотреть такой фильм, я забыл тоже по ты Кингу. Ты что, «Сияние» просто смотреть. Must have. Где помнишь, короче, этот, мне понравился фильм «Туман» сошел. «Туман», да, «Туман» хороший, но да, это тоже да. По Кингу. По «Туман» Кингу, реально да, хороший. Мне концовка в «Тумане» нравится, она такая да, классная. Да, вообще она просто она от нее кайф. Так штырит, вот ты сидишь и думаешь, ё-моё. Да, вот у чувака, наверное, такой батхёрт был. Там просто концовка обалденная, что-то еще... А, этот самый, 14.08 еще из того же. Но 14.08 надо смотреть с альтернативной концовкой. Кто будет смотреть, ребят, очень советую. А вот. Что за 14.08? Не смотрел, где нет. Чувак в комнату отправляется? Мужик, короче, не верит в сверхъестественное, ходит по самым страшным местам, по принципу, да мне пофиг, я ничего не боюсь. И отправляется в так называемую комнату 1408 в отеле, в которой там за протяжении последних сколько-то лет убивают кучу народу. Концовка книжки «Тумана» называется, не читал книжку «Тумана», честно. А в кино, да. 14.08 не впечатлил. Не знаю, мне очень понравился. Я вот не смотрел. Особенно с альтернативкой 14.08 посмотреть. Кстати, по поводу комнаты. Кто-нибудь смотрел «Олдбой»? Могу я проспойлерить 14.08 концовку? Нет, не надо, я буду смотреть. Можешь смотреть. Ну хорошо, начнем с альтернативы, реально советую. Угу. Кто-нибудь смотрел, кстати, этот «Олдбой» фильм про комнату? Не страшный фильм, но классный. «Олдбой». Тарантино, посмотрев, аплодировал стоя. Охренительно. Короче, чела ловят, корейский фильм, чела ловят, сажают в комнату, держат в комнате 17 лет. Закрыто не выпускает. А потом поднимает на крышу и говорят, ну чё, хочешь узнать, чё держали? Ух, есть глаза, извините. Когда смотрели, смеялись. Блин, да, я тоже. Я никак не посмотрю, хочу поржать. Говорят, так и трэш вообще. Там трэш, да, трэш. «Олдбой» вроде переснимаю. Не знаю, что не видел. Классный фильм. Ещё из классных фильмов, вот именно из атмосферных страшных. Не то, что просто, знаете, такой тупой, хороший, вот это.
под атмосферу. Атмосферку, конечно. Мне очень понравился плетеный человек старый. Он очень специфичен, далеко не всем, но, блин, меня пробрало. Ну, концовка хорошая, когда там этот гимн поет, блин, такой ад. Эта песенка до сих пор, эта песня очень известная. Она считается фолковая, такая классическая английская песня. Как она называется, я не вспомню, к сожалению. Вот она там в этом песне просто, в этом фильме есть, как саундтрек. Блин, я до сих пор слушаю, не могу, потому что сразу такие мурашки идут просто. Классный микрофон Майк, потому что он прям джой у микрофона. Ой, блин, извиняйте. Темный человек. Темный человек. Не смотрели. А смотрели фильм этот, как там? Отряд волков или как это так, короче, про оборотни. А, да-да-да, а как-то я забыл, как же он называется. Там, короче, такой момент мне нравится, они оборотни заколачивают дверь, и тут рука оборотня проводит эту дверь. Он стучит сначала по гвоздю, потом такой тук-тук-тук по гвоздю, потом тук-тук по оборотню, короче, по пальцам. Да-да-да, было. Мелистром Нюк говорит, что ты наказан. Дайте, ой, я его отшлепаю. Сейчас да мы там, микрофон да, выключим, я его отшлепаю. Да, что-то... короче, нолик, действительно, Нюк поехал крышей, так что... Всё. Не, всем весело, ребята, кому-то скучно там, вот в чате, отпишите. Ну, 34 человека. 34 человека, а думаю, никому не скучно. Я не знаю, я не смотрю стрим, когда мне скучно, поэтому, по-моему, 34 человека. Да, 34 человека, это... всем да. весело, мы же делаем все-таки это не микрофон. Астрал. Астрал, это как она... Короче... Шо? Стрим делается для зрителей, а не для вот... Как... Короче, Ноликс, да. Скоро будет очень веселое время. Я тебе вот. Гарантирую. О, чувак оценил, вот, написал good. Да. Простите, мне можете уже... писать там это на форуме забрендившему Нюку. Да и пофигу, на самом деле, нам так пофиг. Мне вообще пофигу, я. Я белка, мне пофиг, ребят. Главное, чтобы орехи были. Я Мишей зовут. Смотрите, смотрите, как. Напал на меня, он жрет меня. Ты говорил, что есть какие-то интересные особенности жизни Нюка и его девки. Вы просто супер, спасибо. Правда, ты мне льстишь мое тщеславие, которого нет вообще, я ж белка, мне пофиг. Не, это, короче... Ну блин, это... слышь, пацаны, у меня жбан упал под лазер. Так идите уже, ё-моё! Да ё-моё, я жбан забрать не могу, подожди. Блять, обсуждать чем-то вот, чем-то тем, мне кажется, это просто... Да, это потом. В чем баб обсуждать? Слышь, баб обсуждать, это вообще бред. Вообще обсуждать. Девушки на стриме, без обид, правда. Вас обсуждать глупо, потому что... Вас надо любить, а не обсуждать. Да, я извиняюсь, брать и любить, вот. Вы простите меня грубо, наверное, да, но, блин, вот правда. Пацаны, я ж бан не могу забрать, что за... А я прям так набросал. Ай, да ё-моё. Мы Пеменса не выбивали, мы там, блин... Он сам ушёл. Ё-моё. Во-первых, оба канала свободны были, во-вторых, я прям... Тысячу раз спрашивал, освобождать бабы? Ли канал, никому ли мы не мешаем. А чё мы Пеменса выбили? Все молчали, блин, ё-моё. Слушай, а чё мы Пеменса без спроса выбили? Да вообще. Пацаны, давайте так, начнем с базы. Тут People спрашивает, что вообще какие нахрен бабы, что люди сюда пришли от баб отдыхать. Нет, ребят, от баб отдыхать нельзя. От баб отдыхать, это, простите... Неестественно. У нас был один от баб отдыхал. Да, когда человек отдыхает от баб, он либо идик, либо... либо... Так, блин, я даже вариант не могу. Либо подкаблучник. О, Веркман, ответь-то, что тебе надо, я не понимаю. Ты то спрашиваешь, что непонятно. Слушай, Мель, а чё мы Пеменса-то выбили? А вот я сам не пойму. Слушай, а чё Нюк обиделся? Пеменса выбили? Блин, у меня гейм-овер там. А ты накидай там монеты. А я хватаю чужих за шкирку и бью их. За шкирку. Кстати, вы ждете Прометея? А чё это вообще? Это приквел к чужим, ко всей этой вселенной. Да ладно. Там появится все инопланетяне. Не, слушай. Там инопланетяне будут, которые изобрели чужих. Тут человек очень умную фразу говорит, что от женщин надо отдыхать морально. Знаешь, от женщин отдыхать морально будет, как бы тебе объяснить? Слышь, меня не хотят в игру пускать, пацаны. Что за фигня? Insert coin, insert coin. А как ее накидать? Селектор. Z. У тебя просто сеговский джойстик, он говно без селекта, поэтому... Так. Все, я вернулся. Ну, так, насчет баб. Ну что, суббота, вечер, все так... От баб морально отдыхать, это, конечно, хорошо, но, ребят, лучше всего отдыхать морально от баб. Сейчас, женщина, уши закройте, когда она лежит перед тобой и не совсем одетая. Вот вообще морально отдыхаешь просто во все поля. Правильно мы говорим, мужики? Да, так правильно. Вообще отдых. Отдых и зубами к стенке. После этого. Когда отдохнул хорошенько. Если бы она молчала на постой, тогда будет все нормально. А что, вы во время секса разговариваете? Не, ну если она как бы звуки издает хорошие, почему не? Пусть издает, я не против, честно.
Вот если сейчас как бы девушки смотрят стримы, воодушевились нашим разговором и хотят приехать, и ну как бы, да? Мы только за вообще, да, мы не против от вас отдохнуть, правда. Слышь, как вот эту газявку давить, которая ползает? Кто не понял, а? ОТГ. ОТГ. Совсем одетая. Сколько вылезло пацанов-то? Не, ну ребят, я не буду цитировать чат, вы, думаю, сами прочитаете. Я все-таки белочка культурная, все дела. Не матом, но очень... Смысл в том, что надо делать с женщиной, когда она не совсем одетая. Ну, это мы все знаем. Ну, там да. Написано целиком и в дырочку, че. Ну, целиком и в дырочку, это тоже не совсем культурно. Ну, ладно, у нас здесь вообще канал не, ребята, не культурный. Ребята, что естественно, то не без арка. У нас здесь куда... Еще древние греки. У нас здесь куда более пошлые словечки проскальзывали. Как говорится, знаете, поручик Жевский говорит: ребята, что же мы пошли-то, все, да пошли, давайте поговорим о музыке. Ебал одну я на рояле, какой скользкий инструмент. Венкман, слушай, хороший анекдот вспомнил. Мы на самом деле выпили достаточно мало, у нас просто хорошее настроение. Вопрос Вассерману, сколько вы выжрали? Ну, понимаешь, Вассерман не может определить, сколько мы выжрали, потому что его с нами нет. Вот если бы он был с нами, он бы уже тоже ужрался и тоже не мог. Не, на самом деле, что, бутылка черного доктора? Бутылка кефира полбатона. Не, бутылка черного... Бутылка кефира. Ладно, рассказывай, у меня внизу есть, например, в нижнем этаже бабка. Гонит самогон. 3 литра полтинник. Пацаны. 3 литра полтинник. Взяли на троих, и все. Про рояль анекдот понравился. Есть хороший анекдот, я сейчас расскажу. Про Гоголя. Никто не знает анекдот. Ну, разные есть рассказывать. Ну, в общем, значит, один рассказывает Байрин другому: ну, вы слышали, тут поручик Ржевский приехал на бал, увидел Наташу Ростову, ей улыбнулся, они разошлись, и бал закончился. Второй третьему рассказывает: слышь, ты слышал, тут приехал, короче, этот, на бал, Ростов увидел, там с ней за ручку подержался, и они разошлись. Третий четвертому: слышал, тут чувак, короче, приехал, увидел Ростов, она им так понравилась, они такие тут потанцевали, и разошлись. Пятый шестому: ну, тут такой приходит... Что это у нас было сейчас с игрой? Приходит такой, увидел Наташу Ростову, разулыбался, решил с ней потанцевать, станцевали до упада просто. Ну, а потом разошлись. Шестой седьмому. Ну, короче, слышал, тут чувак приехал на бал, увидел Ростову, она ему понравилась, станцевали до усёра, потом пошли гулять по луне. Он попрощался с ним, подержался за ручку и уехал. Тридцатый сороковому. Сидит Гоголь на ветке, дрочит. Ростова Корнету Оболенскому. Корнет, что вы делали вчера с поручиком Ржевским? Кому в жопу ебали? Ох, какой он правый шутник. Подходит к поручику Ржевскому. Говорит: вы знаете, поручик Корнет Оболенский такой правый шутник. Я когда к нему подошла, спросила, что вы вчера делали, он сказал, что вы кобылу в жопу ебали. Конечно, еще тот шутник, как табуретку из-под меня выбил, я 3 часа на хуе висел. Тоже поручик Ржевский приходит на полу, просто всех говорит: так, народ, я поссать. Что, ну, поручик, технический? Нужно говорить, как техничник, я пошел смотреть на звезды. А, все, на звезды пошел смотреть. Пока поручик ходил, вылезли торт здоровый, 2 метра. Поручик возвращается и просто берет, просто пятерник, вот этот торт лезет, достает. Кусок ему говорит: поручик, вы что? Да не беспокойтесь, я телескоп другой рукой держал. Ой, ё-моё, ну пипец. Ой, что-то хороший еще сейчас анекдот был, блин, сейчас. Ай-яй-яй. Слушай, забыл. Пока рассказывал, забыл. А, правильно, про поручика еще. Едет поручик на бал и спрашивает у, значит, ямщика: слушай, мужик, надо какую-нибудь историю на балу рассказать, а то, ну, сам понимаешь, мужики засмеют, никакой истории не знаю. А вы знаете ли, барин, как в Азии на страусов охотятся? Нет, не знаю, рассказывай, ямщик. Ну как, ну азиат берет, бреет голову на лосо, закапывает песок по самую шею. Страус идет, видит, яйцо, садится, а тут азиат выскакивает, его, значит, хватает, и дело с концом. Говорит: классно, спасибо тебе. Поручик приезжает на бал, так подвыпил хорошенько, ну его и спрашивает: поручик, а может вы нам какую-нибудь историю расскажете интересную? А знаете ли вы, господа, как в Азии на страусов охотятся? Нет, поручик, не знаем, рассказывайте. Ну, значит, делается это так. Вот берет азиат, бреет все яйца, закапывается по шею в песок. И сидит, страус идет, смотрит, башка. Думает, ну яйцо, наверное, садится. Тут азиат выскакивает, его хватает. Поручик: ну все прекрасно, а зачем же он яйца-то брил? Азия, дикий народ.
У индейцев, если... Если лошадь сдохла, слезь! Да, вот пацаны подключаются. Тоже говорят, типа, поручик, ну, вы так хорошо шутите, но иногда перегибаете палку. Ну, как? Ну, что вы по прошлому балу отчудили, что? Взяли свечи, затушили, сказали, темно, как у негров в жопе. Ну, что это? А как ну? Вы могли бы затушить свечи и сказать, темно, как у негров, где? И вроде как бы и спошлили, и вроде бы и не сказали, и все смешно. Бля, мужик, ну ты охуенный, слушай, в следующий раз так сделаю, действительно так надо поступать. Поручик приходит на бал, тушит все свечи, говорит, темно, как в жопе, у кого? Неловкое молчание. Надо еще какой-нибудь дурацкий анекдот вспомнить. Благо, тут никто моих баянистых анекдотов не слышал. Можно порассказывать все подряд вообще. Сейчас что-нибудь вспомним хорошенько. Слышь, хорош меня пулеметик, ты, жертрез. Ну и сбей его. А сказали в колхозе, что вы с инопланетяне. Блять. Будьте готовы, прилетят инопланетяне. Объясните все, будьте гостеприимы, чтобы началась межпланетная война. Ну хорошо. Select your character. Сидит мужик, косит траву. Идет, ну не сидит в поле, косит траву. И вдруг видит в траве такое существо низкого роста, все в волосах, как чувак. Глаза на выкате. Звуки издает. Он тут все инопланетяне полетели. Объясняет ему. Степа, косарь, трава. Кашу траву поля. Потом говорит, Вася, лесничий, какать пришел. Слушай, баба что-то орёт вообще. Она орёт all right. All right, let's go to fight started. Ой, блин, это... Кстати, пишет чё? Нет, у меня какие-то древние комменты, проверь меня, может чат завис. F5 нажми. Если что, мне кажется, что ответил. Нет, да, у меня то же самое, все нормально. А то я думаю, я опять сдох. Так, продолжим наш анекдотичный марафон. Нашу веселую юморину. Юморина, это как Марина, только без ю. Не, у меня не было Марина, у меня у друга Марина. Блин, ребят, это жуть вообще. Мне его так жалко, я его пытаюсь спасти. Говорю, ну чувак, ну какой блин, тайминг? Это баба тебя угробит. Какой тайминг? А что, вообще? Сообщения в чате, что ли, тормозят или что? Там, ну у нас просто такая... не знаю, может они... Не знаю, о чем там, ребят. Да. Аквамарин. Нолик, изъясняйся четче. Да, пожалуйста, потому что я помню, аквамарин, краска есть такая, цвет, если не ошибаюсь, это обозначает аквамарин. А, время, там вроде как-то можно было, но это кажется на самом сайте Твича. Я думаю, что вот на шестеренку надо нажать и что-нибудь сделать, наверное. Ну, я так предполагаю. А там что, нету, да, там? А, нет. А, да, вот таймстемп стоит же. Вы что, ребят, ну вы даете шестерню, нажимаешь, таймстемп. Это на самом Твиче, там, в принципе, есть сейчас уже другой сайт, где... А, они перестрим, что ли, смотрят, или что? Ну, там, короче, тонкости такие, что сейчас код этого стрима не... Аквамарин не нюхает, другой. Идиот. Это краска. Аквамарин да краска, они не штырят. Вот клей, если будешь нюхать, да, там проштырят. У нас был один чувачок в доме жил, он постоянно, короче, ходил с таким этим... Не, у него просто на лице, короче, след от пакета был, он клей нюхал очень жестко, так, знаешь, прям вот занюхивал. И у него просто на лице круг был, прям вот как он пакет держал, так и это того. До сих пор урод, на самом деле. Чувак, я увижу, так убить хочется нафиг. Вот я пацифист Белочка, ну блин. Уже этого вообще. А чё он такой быстрый? У меня глюки. Это, короче... О, это попы с таким. Круг на лице, привет. Ну да. Нет, на самом деле, вот когда просто люди курят, там клей как его берут, выливают обычно в пакет. Я просто, ну, видел, у нас было, я как бы... Да, его берут в пакет, выливают и нюхают, его прям затягивают. То есть ты его вот так к лицу прижимаешь полностью. Нос, вот от носа, вот, ну, как, блин, как респиратор, короче. Вот. Его прям прижимаешь и занюхиваешь. Начинает болеть голова и жуткие глюки начинаются. Ну, народ рассказывал просто реально. Вот, блин, у нас штырили знатно, я не из Москвы, в Москве говорят, что пожестче есть, а у нас как бы
брали тупо клеем, жахались. И вот чувак постоянно был просто с такой маской на лице, она оставалась, значит, аж клей, он все-таки токсичный там и... Кстати, про клей, про все. Три бабки встречаются, она говорит, ой, у меня внук, знаете, кем будет агроном? Да, 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 со смурфиками разговаривают, мне тоже кто-то рассказывал. Извини, перебил, давай. Говорит, у меня, говорит, внук будет агроном. А что, будет траву сеять, ждет урожай, выращивает, сушит. А у меня будет врачом, откуда ты знаешь? А он у меня постоянно какие-то ампулами водится со шприцами, какие-то уколы себе делает. А у меня будет водитель, а откуда ты знаешь? А он тряпку в бензине вымочит, на лицо себе кладет и говорит, ой, уйди, бабка, отъезжаю. Даже если ты будешь дышать точно так же без клея, тоже... Кто там за такие вещества? От углекислого газа, говорит народ. Нет, углекислый газ, да, в общем-то, может вызвать галлюцинации, но не то. Просто клей там реально прям жестко, говорят, грузят. Да, подача кислорода, я знаю, у меня было такое, я в свое время плаванием когда занимался, несколько раз пересидел под водой, и потом очень так это, ежики бегали, все дела, но не так штырит все равно. Потому что от клея у нас народ уносило просто буквально там с затяжки. Они жахались, и им буквально вот очень быстро. Я сам как бы не фанат этого дела. Мне так хорошо, я белый. Ой, я к счастью в наркоте не разбираюсь. Не разбираешься, это не значит, не пользуешься, так что давай. Не пользуюсь! Мускатный орех, говорят, на ха-ха выводят. Не знаю, ребят, кстати, вот про орех не знаю, ничего не могу вообще сказать. Да подъебал так подъебал ты меня. Помню, как-то я в следах, пришел домой, в 8 утра, открыл консолайдер. И там, короче, этот Камайтач, ну который стрипфайтер, рассказал про шмап. Ну, шмап от первого лица, что я сидел с 8 утра до 3 дня играл. Че за шмап какой? Я не помню, от первого лица тир, короче, я в спидах. Ох, хорошо. Блин, меня вырубили. Наркота, вся наша еда. Ну, как-то так. Амфетаминовая диета. Амфетаминовая диета. Я сяду на амфетаминовую диету. Ну и дура, насмотрелась ты как на фильм. Не, ребят, я был в свое время в Амстердаме. На фильм, так почти. Вот, был я так в Амстердаме, захожу в кафешку, и мы, значит, набираем это самое. Пожрать чуть надо было, с утра приехали, еще не жратые, ничего. И я такой думаю, ну чайку сейчас жахну с булочкой. И беру себе чаек какой-то, ну, что-то примитивное. А-ля наш майский такой, знаете, из пары булочки. Там плетенка какая-то, хрень с маком. Потом смотрю, булочка с коноплей. Я такой, не понял. Подхожу к нашему гиду, говорю, извините, а вы не могли бы мне перевести? Говорю, у меня глюки. Она говорит, ну да, булочка с коноплей. Я такой, not bad. Но я решил, что с утра коноплей заряжаться не торт. Вот, все, мы тем временем попали. Да. Лучшая наркота это оргазм, говорит народ. Извини, не проверял. Так. Ты оргазм? Еще не проверял? Нет, я не проверял, не сравнивал в смысле с наркотой. А, то есть, нет, он сказал, что с наркотой не сравнивал. С наркотой не сравнивал, не могу с... Знать, что лучше... Нет, оргазм с наркотой, да. Нет, ну по идее, да, самое жесткое это должно быть, ужираться. Тестостерон нет. Ребят, вот честно, у меня адреналин жарит. Нолик, никакого алкострима уже нет. Мы уже протрезвели. Нет, ты же ничего нам не привез, ты же не вернулся. Да, блин, этот коньяк зажал, пацаны, представляете, я тут сижу, говорю, дай коньяк. Он говорит, нет коньяка. Я говорю, дай коньяк. Он говорит, нет коньяка. Я говорю, дай коньяк, я видел. Он говорит, не дам тебе коньяк. Вредно тебе вообще. Коньяк вообще. А что у нас зависло все? Это взрыв, это типа концовка нафиг. Взорвали нахуй. Стрим вообще отличный, спасибо, но... ребят. Вам спасибо, а кто пишет? Боюсь этого... Муфан89. Боюсь, спасибо. Таких стримов больше не будет, так как у владельца канала от такого стрима почему-то... ПМС. Да, вот... ПМС, да. Непонятно от чего, но... Не по моим порядкам, это я тут командую. Говорят, что он от такой ситуации немножко не того. Ё-моё. Слушай, народу главное весело, мы для народа. Нет, блин, сколько уже раз было, что один другого перекрывал, там, остальные... А мы что, заново начинаем, что ли? Говорили, типа, что ты... Давай, может, другую игру. Да. Давай еще что-нибудь. Мы долго еще будем. Да, мы сколько будем? Ну, пока не знаю. Да. Ребят, если сколько мы не уйдем играть в PlayStation, у нас просто PlayStation не стримится, то мы тут будем еще долго. Да, мы тут будем, в принципе, весь... Так, всю по ночь. Жизни хочется даже инстинктивно и без опыта. Что это? Тестостерон, наркота тоже. Тестостерон? Стрим вообще отличный.
До утра. До утра, да как нефиг? Че, не мужики, что ли? Никенца Ривер Сити Рэмсом хочет. Нас четверо было, мы хотели его спасти. Да, только нолик нас предал, ушел. Уехал, и да. Все. Никенцу не надо, нас не четверо. Слушай, а Golden Axe 2 нормальный, но этот... Так себе. Alien vs Predator. Слушай, а контра нету на троих? А она же там... А есть сейчас это, сейчас как его, Metal Slug? Вот, да ну, может, это Metal Slug. Не, слышь, мы пиво не пьем, прости, чувак, правда, у нас только Винченцо. Мы Винцо, да. Короче, Метал дал вина. Мой пафосный интеллигент, понимаешь, он из Питера, ему нельзя. Я просто пафосный. А мыло, ну, ему чё. Чё? О, коньяка согласен, чувак. Коньяк, да, давай вези. Если привезешь коньяк, мы только рад. Да, чё, присоединишься к стриму, как раз будешь четвёртым... Красные упитки. Так, что-то у нас есть. А будешь четвертом в стриме. Упитки, это что, простите? Упитки, типа, упились мы вот. Да не, мы на самом деле довольно трезвые, нам просто надо побузить. А ты что запустил-то? И какой-то повод побузить, то есть мы теперь типа, я уже раз буду бузить. Вот примерно так сейчас это выглядит. Так, ладно, сейчас. Опять длительная настройка управления. Чувак, ну, давай, мы что-нибудь поговорим. Чувак из нас пьет вино, у нас все закончилось, он пьет вино. Но у меня еще есть стаканчик. Ой, блин, зажал хитро. Где зажал? Я говорю, кому налить, кому налить. Ну, а что там еще? Пиво после вина я тебе не советую, честно. Да, это вкус перебьешь. Перебьешь. Сканина, не, сканина я бы тоже не советовал. Если хочешь что-нибудь жесткое, возьми. Да, это как в анекдоте. Мужик приходит в бар и говорит, дайте мне водки. Зачем? Я только что узнал, что такое миньет. Тогда лучше шампанского. Нет, этот вкус не только водкой перебьешь. Ты про рыцарей каких-то ставишь? Я это... Рыцарь квадратного стола, это, по-моему, да? Треугольного стола. Ну, у нас квадратный. Тут, наверное, ништяк, рыцарь квадратный. Не, у нас вообще стол левый, потому что мыло зашкерил нам стол, и мы жрём. У нас стол был круглый, короче. И мы жрём, зашкерил стол, мы жрём. Просто набор фраз. Знаешь, такие тарелки держим, мы жрём, короче. Ну, Мель, зато нам индейки сегодня принёс, мы с ним покушали. Да, кстати, индейка была хорошая, спасибо. Индейка с грейпфрутом. Да, это была тема, я оценил. Реально круто было. Мель откормил. Мы сегодня играли, короче, еще в Soul... Единственное, я боюсь, что нам через часа два опять надо будет жрать, а мы все съели. Да, в Soul Calibur знатно поиграли. Не все! А, мы не все съели! Не все! Давай! Результаты Soul Calibur узнаете на Fighting.ru сегодня еще в свой... Про меня вообще сказали, что я охренел. Живу в Питере, в Soul Calibur не играю. Приехал в Москву и устроил там сходку по Soul Calibur. Все из Питера. Кто из Питера? Не, я не из Питера. Это московские все, я из Питера приехал. Да, я область, так что, пацаны. Да, так что здесь вся география. Просто я говорю, мы нищеброды. Мы нищие, чтобы нормальный инет поставили, да, поэтому мы ездим по городам. По инету мы играть не можем, понимаете, за инет надо платить. Его надо. У меня до сих пор модем, 56 килобит в секунду. 56? А 13.3 не хочешь? Это у меня до сих пор. Это зачем ты мне так выдал меня? Я хотел помажорить. Да. В принципе. Давайте на сортире схожу, да, присоединю. А, ну, я ладно. Тоже за тобой, там очередь не займи. У меня вообще 3.6 модем днем и 13.3 ночью разгоняется. Я из Крыма, не базарь. Ну, Крым это круто, я там был несколько раз. Я тоже был. Нет. Там природа красивая. Сейчас мы тут все тут, по... Тут на ваш Крым немножко... Ну, в общем... Ну, вы сами прочитайте. Ребят, мне на Крым не надо, все-таки территория русская исконная. Как бы там хохлятина не выезживалась, да, я не политкорректен, мне пофиг. Вот, но территория исконно русская, которую русские давным-давно освободили, заняли, потом ее уже отобрали. Но это ладно. Мы, в общем-то, как бы люди добрые, не жадные и все такое. Скифская, да, до русских, я говорю, как раз скифы когда прогнали, все, там русские засели. Потом там уже казахи, но казахи по Крыму, по самому, насколько я помню, не бегали. Казахи немножко на другой территории, там Запорожье, все дела, это немножко не там. А Крым, он все-таки более русский был. Вот. А скифы, ну, были такие, что я не могу, ничего сказать плохого. Морозки были аж пара. А у нас тут отсюда стримится, да, счастье сейчас? Ну да, стримится. А что за дичь? Мы, короче, это по очереди в кабинет задумчивости ходим. Крым многонациональный. Да, Крым многонациональный, я не могу поспорить. Там очень много... Там, в основном, конечно, татары и украинцы сейчас. Какой мой пат я уже? А, вот. Караим... Слушай, извини, вот про игрок, который караимский, это которые? Это в смысле какой национальности? Можно? Я даже затрудняюсь. Нас да, Мумфан, давай, все, пока. Давай, удачи. Приятно тебе, было правда. С тобой посидеть, давай. Караимы, слушай, я не знаю про караимов, честно, мне даже как-то интересно стало. Они вкусные пирожки-то хоть?
Это надо у заблудился куни спросить. Сейчас позвоним, подожди, сейчас я в Питер позвоню. Пацанам, сейчас узнаю про караимские пирожки. Да ладно, мне люди напишут с мясом. Во, пирожки с мясом. У меня, правда, телефон долго загружается, я его выключу, чтобы не мешали. Сейчас позвоню в Питер, все про караимские пирожки узнаю. Не, про караимские пирожки я не знаю. Я люблю, какие пирожки я люблю. Да разные, на самом деле, пирожки вот вкусные. Она очень вкусно делать с яблоком. Вот прям, знаете, вот как сделают, ты ешь, думаешь, елки-моталки, ну почему у меня таких не делают? В кассу мы когда куда-нибудь ездим. Я любые, кстати, пирожки люблю, кроме с капустой. С капустой, да, не люблю тоже. Тоже вообще. Люблю. Нет, бывает вкусные с капустой, когда капуста не просто капуста, а это вот как квашеная такая, знаешь, не квашеная, вернее, как соленая делают иногда. Очень редко такие встречал, но довольно вкусные. Необычные такие, вот. Но в основном не то капуста. Да, что-то вообще капуста. Вот, с рисом и яйцом хорошие. С мясом не умеют делать обычно. Караимский пирожок. О, мне кто-то ссылку кинул. На караимские пирожки? Да, я сейчас открою. Пирожки жареные с картошкой. Не, пирожки жареные не торт. Пирожки жареные это не пирожки, это жаренки. Фига себе Fighting Crew открыто здесь вообще. Ну это нам ничего не объяснило. Пирожки. Блин, а пирожок в разрезе, можно фотку? В разрезе там, да, ингредиенты. Да, вот если в разрезе можно, было бы очень хорошо. Потому... Ссылки на едопедию. Третий, кто там? Хотел. Я. Так, я там караимские пирожки выясняю. Да, там караимские пирожки выясняю, говорят, очень вкусные пирожки. Караимские пирожки, ну сейчас. Фига себе, мы уже полхаты тут разнесли. Да ладно, какого. Ну это всего лишь это. Ну вы еще не видели, как у меня бывает. Да, у тебя ж там куда больше. Пьяный лонг, не, лонг то нормально, пьяный Кира лежит рядом, лонг лежит, короче. Там что только не бывает. Пацаны с Улан-Удэ приезжают. Караимские пирожки, ну-ка. Ссылочку они нас дали. Заманивают, понимаешь, Мель? Сейчас мы кушать пойдем. Да у меня там яблочный пирог есть или что? Ну смотрите, ребят, у нас яблочный пирог. Блин, мышка тут... Ой, мышка по дивану елозит. Да, паршиво. Мы там в туалет пошли, поэтому развлекаемся с караимскими пирожками. Ё-моё, это руки рыцаря, я думал, это самолет какой-то стоит. Там, короче, Нолик пишет... Братишка приносит покушать. Сладкий хлеб. Вот смотри, здесь картинку аж прислали. Не, братишка, это братишка покушать принес. Видел фильм этот? Зеленый слоненок. Проклятие зеленого слоненка. Там мужик нас сразу другого в тарелку. Так, ну что? Братишка тебе покушать принес. Где? Слад, там ничего не осталось, ничего, да? А, нет. Что? Вот. А вот там что? А, вон бутылочка. Вот это полная бутылка почти. Вот это надо на ход, ну и нормально. Так. Ладно, давай. Пора, наверное, уже играть, не томить людей же. Да, люди все-таки, наверное, группу смотреть пришли, они. Вот смотри, люди говорят, надеюсь, еще будут такие стримы. Будут, ребята, будут. Мы ко мне поедем на неделю. Мы неделю стримить будем, не на это, а на другую. Скорее всего, да, уже. Без белки, но не важно. Уже не здесь. Да. Это питерский стрим. Вы там все будете стримить, вот лайффайтинги, Guilty Gear, там хату, все. Мы два сухого взяли или у меня глюки уже? Мы сухой и полусладкое брали. Да сейчас все равно уже хреновое вино. Миша, ни черта вообще. Игр нет, одно винцо. Я сижу, рука льтая. Черного доктора уже выпили. Вообще, черный доктор вообще ништяк, что ли? Да. Черный доктор, крымское вино. Вот кто там с Крыма? Вот да, там. Вот, кстати... Кстати, кто там с Крыма? Вышлите нам водки. Да, черного доктора еще. У вас как там черный доктор ценится? У вас сейчас компания очень ценится, респектуется. Ну, не знаю, компот, по-моему, ребят. Без обид. Компот. У Сандра есть хорошие вещи. Да, только унесло нас в черту, что мы стримим. Там так рано. Да, говно вообще. Выслать бутылку черного доктора. Да, потому что я вот это пью-пью, мне вообще... Притащите мне Массандру сухую. Хорошая есть Массандра там. Кто живет, тот должен знать. Очень буду рад, правда. Может, мне уже белка просит, ребят. Поиграем? Сейчас, секунду. Так, да, сейчас. Может, кто-нибудь со мной допьет, а то что я... Давай бутылку, она... Только не из бутылки. Далеко. Теперь уже еле тянется, давай бутылку, говорит. Сучка. Хули ты весь пол засрал? Блин, неудобно наливать, подними повыше. Да, я сам. Или сам давай. Все, там уже руки трясутся. У анонимуса тут руки трясутся. Да ладно, вам руки трясутся, я так. Бутылка трясется, бутылка. Бутылка трясется, это не руки. Опять полость такая. Там что-то народ пишет. Слушай, мыло. Почитаем. Мыло, глянь, что там пишет. Мыло. Хули ты сделал там? Нолик пишет. Ладно, сейчас я. Да, давай это разберемся немножко. С чем, а? Туалет как себе ходить? Ну, да.
Так, нет, блин. Порядок наведём, ребят. Сейчас игра будет, подождите, немного порядок наведём. Извините, правда. А, точно, мы полбутылки пролили, короче, на пол. Была... Да, хули ты вином обмазывался? Выслал... О, смотри, они про игру прислал. Слышь, в разрезе. Выслал в разрезе. А это откуда? Стою, стою. Про игрок это откуда такой? С двочей? Портвейн. О, нам портвейна прислали, пацаны. Портвейн. О, круто. Ништяк, все, выпили уже. И кажется, столько народу здесь нового, незнакомого. Сколько нас смотрят, кстати? Сейчас, да. Нас смотрят. Подождите, ребята. 29 человек. Игры нету, народ прибавляется. Нет, так при условии, что уже... Времени дохренеть. Да, домашнее вино круче, кстати, да. Да, я домашнее вино, смотря какое. Так, стоп, звонят. Давай, иди отсюда. Все, вроде нормально. Блин, да? Нас все отвлекают и отвлекают сейчас. Да вообще что-то не дают поиграть. Че пишешь? Ну, домашнее это все от места зависит. 3 литра распил. 3 литра чего? Массандра? Ну, домашнего вина. Домашнего? А, домашнего. Как я понял. Домашнее, оно полегче немножко обычно. Но черный доктор, это не Массандра, это солнечная долина. Да, это солнечная долина. Массандра там... Мне сухую Массандра нравилась. Там столовая неплохая, очень мягкая. А Массандра, это, кажется, это седьмое небо князя Массандра, Голицына. Массандра, я не могу вспомнить, как называлось. Сухое, хорошее. Там у них веник. Нолик, нолику мы толку не давали. Ничего, мы школьников не спаиваем. Ему нельзя, он маленький. Вадяра, 100 грамм пьем, блин. Да, на зависимость, смотри, нажимаем. Внимается. Нолик это вот тот вот Zero Wing, что пишет в чате. Zero Wing или Zero User? Zero Wing другой. Zero Wing это, извините, топ посол Калибру. Zero Wing это его ник в чатике в этом. А Zero Useless это его ник еще. Ну главное, что везде нолик, везде Zero. Так, что там, что-то пишет. Так, ну... Нолик хвалится, что у него резист к алкоголю. А-а. Угу. Мы сегодня видели. Минус 10%. Мы сегодня видели. Да врет он... Ребят, вы начинаете, я присоединюсь, мне нужно на номер ответить. Блин, ну убейте телефон. Так, ну ха-ха... Давай тогда, пока. Тут, в принципе, аркада чем хороша, можно начинать. Давай, начнем, да. А то нас будет все-таки ждут, наверное. Стрим дуэль, посол Калибр 1 с дрима. Мы с дрим можем стримить? У меня нету дрима, эмулятора дрима и образа первого Калибура. Жми Z. Ура, монетка падает. Так, а я кто? Ланселот, Артур и Персиваль. Конечно, Ланселот. Артур был, простите, придурок по дороге. Так что, о чем у меня управление? Ребят, мы постримили Soul Calibur 5 с PS3. Мы, в общем-то, играем, все. Но у нас, к сожалению, нет возможности стримить с PS3. Только если веб-камерой с ноута, перевернуть ноут, повесить перед монитором и стримить, но сами понимаете. Короче, я не могу... стримить плойку, поэтому да, мы... Да, плойку мы, к сожалению, стримить не можем, мы с удовольствием. Так, короче, у меня были... Удары какие-то. Так, ну что у тебя... Ты сейчас попробуй звониться. Ну хорошо. Давай. Врывайся. Так вот, насчет Артура, Ланселота и прочих. Артур был немножко идиот, то есть он всегда был такой, знаете, пафосный, такой мажор. И, в общем, во всех историях это, между прочим, указано, там, да, начиная от классических... истории и вплоть до там новоснятых фильмов, что немножко такой мажористый был. А вот Ланс был нормальный, четкий мужик, который говорил, слышь, ну не парься ты, ну. Знаешь, как в той песне, помнишь этот? Не парься, будь счастлив. Вот примерно так же. То есть, да, нормальный мужик был, блин, что-то я не понимаю, что. А почему мне Артура дали, слышь? Я Ланса брал. А я не знаю, что тебя. Я не хочу играть за этого придурка пафосного. Ну, придется играть все уже. А бабы нету этой, Геневра. А вот там третий. Там Персиваль был. Сэр Персиваль. Персиваль, конечно, тоже ничего, но он не пафосный. Геневра была хороша. Очень неплохой, кстати, фильм был, не знаю, мне понравился довольно этот Король Артур, который последний был там 2000 какого-то года выпуска. Ну такой нормальный фильмец был, нормальный махач. Особенно там хороший в конце махач, где они с этими вместе с. Кельтами, да, по-моему, они? Не помнишь? Не смотрел? Я что-то про них читал, кажется, и все. Ну, плохой фильм такой был, очень даже на один раз. Ух ты, какая-то ржавая банка в виде босса. Долби его.
железный гомосек. Откуда интересно? Кого мы бьем, вернее, чтобы у них были железные доспехи? Сколько я помню, Артур воевал с кем? Артур воевал с этими самыми. С... блин. Слушай, торможу. Ребят, подскажите слово. Я сам не помню. Слушай, ну он с кельтами он сначала воевал там, не, ну да? Да, в принципе, вот... А потом с этими, с, блин, ну из Норвегии-то приплыли. Не, вообще-то, в принципе, вот эти полные доспехи, они появились уже очень поздно. Гораздо позже, чем был король Артур, да. Гуны, да иди ты нафиг со своими гунами, извини. Гуны, они Рим разграбили. Гуны, да. Это, да, это варвары китайские, которые во время переселения народов дошли до Рима. Только они, кажется, не китайские, они из территории Монголии. Но они на Китай наезжали, гуны. А. Они просто там именно на Китай сначала нападали, а во время великого переселения народов они уже двинулись в сторону Рима и на Рим нападали. Короче, гуны — это дешевая версия Чингисхана. Они были... Чингисхан там, да, дядька классный. Блин, Чингисхан, а Артур вообще с этими крутой воевал, как их, блин, норвежцы-то? Ой-ой-ой-ой, слушай, водаю. Викинги, блин. Ну не викинги, как их, блин, которые... Слушать. Ребят, кому я сам не помню. Кому не лень, залезьте на вики, проверьте, у меня прям тупняк, а мне даже стыдно. Не могу вспомнить, как их звали-то.